Оли, сколько можно ждать запуска стрима, да? Так, елку надо чуть лево подвинуть. Вот это вот, ага, вот так вот примерно. Так вот зашибись, мне кажется. Здрасте всем, всем привет, всем привет. Так, ой, смотри, в эфире. Ага, так. Здесь нормально. Вроде поехали потихоньку. Окей. Так, давайте-ка. Пригласики для небольшого сегодняшнего стрима. Недолгого, я думаю. Ну, я не знаю, сейчас посмотрим, как пойдет, конечно. Ну, то есть, в принципе, ко мне курьер с едой приедет где-то к 9 там, или к 8, так что до этого все нормально. Привет, привет. Стип также у тебя. Окей, привет. Привет, привет. Здорово. Так, ну чё, сейчас я везде приглашу. Ага, так, вот давайте. Так, ВКонтакте, ВКонтакте. Так, давай-ка вот так, поехали. Ага. Так, вот здесь. Да, у кого сколько времени, пишите, то у кого-то сейчас Новый год наступит, мы заодно поздравим. Поэтому я немножко заранее как бы стартанул, чтобы успеть поздравить тех, у кого Новый год стартанет, ну, раньше. Потому что земля так у них повернулась раньше. Ну, то есть, не, они находятся ближе сейчас к солнцу. Всех наступающим! Да поможет нам всем Nintendo, к тебе курьер едет, приедет, а у меня уже еда дома ждет меня, когда на НГ притронусь. Ну, меня пока не ждет, да. У кого-то 18.58, видите, это вот минимум на час больше, чем у меня. Так, ну-ка, что-то у меня не все постится. А, вот это все запостилось. Так, это ладно, давайте-ка здесь попробуем открыть что-нибудь. Привет, привет. У кого с наступил, да-да-да-да-да. И с отступающим. И все такое. Вчера просто технические проблемы, которые действительно были вызваны браузерной игрой. То есть, ну, странное дело. Но из-за этого, поэтому, как бы, стрим обрубился. Я запустил отдельно стрим на VK Play. Просто потому что, ну, чтобы, как-то, не знаю, спасибо, до свидания сказать там всем, кто был там. Потому что просто на Ютубе, если там 2 минуты прошло, то ты уже не можешь в этот же стрим запустить. Это как бы новый стрим создается. Ну чё, с Новым годом тех, у кого сейчас 12. У кого сейчас 12, кстати. Пишите, у кого сейчас уже вдруг кто-то сейчас присутствует на стриме. У кого вот сейчас куранты там прозвонили, вот это все. Привет, привет. Жалко, Switch не подарили, уже игры купил. А что, обещали и не подарили? Вот отстой. Да. Привет, Еликим. Рад, что ты вчера посетил стрим на VK Play, да. С Новым годом, с Новым годом. С наступающим. Ну или уже с наступившим у кого. О, Сайфер, Новый год через 2 часа, расчехляю PS3. Спасибо, Сайфер, за донаты. Кстати, вот еще хотел поблагодарить за донаты вчера, потому что пришли они, когда я уже... Ну, как бы они позже пришли, там... Глючил Donation Alerts, поэтому я вовремя их не прочитал. Читал уже на ВКплеевском стриме, который, естественно, смотрели немногие. Спасибо, Сайфер, за донат. Так, сейчас прочитаю, где у меня последние сообщения. Так, сейчас. От мистер... От Максим Рус было. Спасибо, с наступающим. Вот Денис, чем интересен, не пытается всем угодить. Я. Я вот часто не согласен с его мнением, но от этого только интереснее. Спасибо, Максим, и тебе тоже с Новым годом. И от Романа был донат. Спасибо, Роман. Привет, Денис. Спасибо за очередной ламповый стрим. С наступающим Новым годом. Тебя тоже с Новым годом, Роман. Ну и тебя, Сайфер, тоже с Новым годом. У кого через 2 часа? Вот у меня через 4 часа. А, нет, какой через 4? Через 6 часов. То есть сейчас же 6 вечера, да? Это получается, ну, то есть 18 часов и где-то только видишь... Да, вот, собственно, отчет. Пора собраться с семьей поиграть в Wii U, да. Вот мы думали утку, потом что-то подумали, я не знаю, по-моему, мы так ничего не взяли. То есть мы взяли в итоге этот... Как его?
тануки заказали, как всегда. Я на самом деле уже лет 10, если не больше, заказываю на Новый год тануки. Они, конечно, все дорожают и дорожают, и, честно говоря, мы думали, что на этот Новый год мы точно этого не будем делать, но потом мы посмотрели, сколько стоит заказать, ну, не знаю, там, еды, ну, чтобы приготовить, естественно, и нужно еще готовить. Во-первых, нужно думать, что готовить. У нас, на самом деле, вот, ну, часто самая проблема, это, ну, не столько еду приготовить, сколько придумать, что приготовить. Ну, то, что ты сидишь такой, допустим, особенно только что поел, есть не хочешь, вот голова вообще не работает в эту тему. Думаешь, да какая сейчас готовка? Я бы вот, не знаю, посидел, полежал там. Вот, так что решили в итоге так. Камчатки уже наступил. Ну, привет, Камчатка. Какой режим, спрашивает, на свече предпочитаешь, док или портатив? Ну, чаще всего в доке, но портатив тоже. Ну, как бы, для меня портатив это скорее как второстепенная вещь, но очень важная. То есть, когда я куда-то уезжаю, и при этом я во что-то прям вот заигрываюсь, то я прям прусь того, что я могу игру взять с собой и продолжать в нее играть. Как будто ничего не произошло. Так что вот. Да, всем хорошего настроения. Артур пишет, я себя закидал на Xbox, купил Dead Rising 1, 3. Ой, блин, я третью все хотел купить, или вторую, я не помню, какая-то у меня не куплена из Dead Rising, да. Ну, блин, вот они на них забили, и вот ни FPS буста тебе, ничего, вот это жаль, конечно. Хочу такую же кепочку с Гумбой, окей. Стрим подарил только что Стрей, ладно. А, друг подарил, окей. В каком городе живешь наступающим? Я в Москве. А, вот у кого-то 5 вечера, ДНГ 7 часов, это ближе, значит, туда, западнее, да? Монетки, если из региона, регион сменить и потом вернуться, ну, люди мне уверяли, что остаются. Я, опять же, ну, как бы не проверял и, честно говоря, не сильно хочу, но тем не менее. Mario Maker 2 сыграем? Ну, там надо очень внимательно играть, я просто поэтому не очень. Хотя, конечно, там новогодние уровни есть, может, попозже зайдем туда. Утку с яблоками, молодой кориандр в конце садовой глазировкой, это самый топ. Поверьте мне, готовить тебе, я тебе верю, да. В Питере тоже многие суши заказывают на Новый год. Ну, просто удобно, да, то есть тебе привезли. Во-первых, хранится оно, ну, в холодильнике, то есть тебе не надо, там, чтобы горячее было или вот это все. То есть тебе привезли, в холодильник положил, когда тебе нужно достал, поел и наелся, и не объелся. Ну, ты не объешься сушами, как бы ты ни пытался. И просто потом в пакет все сложил и на улицу пошел фейерверки запускать, выкинул просто это все в мусорку, и вообще прекрасно. То есть в плане того, чтобы, знаешь, вот себе геморрой на Новый год не обеспечить, вообще идеально. Потому что, я думаю, все мы с вами пролетарии, прислуги ни у кого дома нет. И как бы вот просто кто-то из членов семьи, да, если вы там, ну, делаете какой-то массивный ужин, потом это все будет перемывать. Даже если посудомойка есть, это же все равно... Когда много вот этой фигни, там посуды, это ж ее попробуй в посудомойку только заложи. А вот жена сама делает суши, я объедаюсь. Наверное, она эксмазика может делать. Да. Так, не-не-не, ну в МК в Splatoon точно не пойдем. FPS Boost Dead Space, да, но Dead Rising писали, а не Dead Space. Я же так понял, про Dead Rising речь шла, да? Потому что вон... Dead Rising, да, 1.3 с DLC, да, это... Ну, есть Dead Space, есть Dead Rising, игры разные сейчас. От Алексея спасибо за донат, сейчас придет, ты прочитаем. ДНГ работаю, мне мам на работу приезжает. Иди еще суши подгоним, клево. От Алексея, с наступающим Новым годом, спасибо за канал, именно благодаря... А, робот читает. Спасибо за канал, именно благодаря нему купил Switch, спас нервную систему от полного выгорания по работе. Спасибо, Алексей, спасибо большое. Да, спасибо тебе. С наступающим, Денис, у нас до НГ 2 часа, но мы с женой уже в отрубе, нет меча, уже все, уже спать. Вчера вместо талисман купил фигмент за золотечки. О, фигмент прикольная, да-да-да, она у меня есть, я ее покупал тоже за какие-то копейки, она очень прикольная. Фигмент вторая часть еще выйдет, ничего себе. Так, на НГ... А, это уже читал, с наступающим тебя, вот думаю взять две части Ори или дополнение к Animal Crossing. Бери две части Ори, не бери дополнение к Animal Crossing. Ты без него прекрасно проживешь, а вот без двух частей Ори не факт. От Алекса. Денис, подскажи, почему может не принимать код, который был с картриджа Mario Rabbids, новая версия Gold Edition? Ошибка, если пытаться активировать на сайте, с консоли тоже не активируется, но там другая ошибка. В чем может быть дело? Консоль регион Польша, картридж европейский, с Новым годом. Спасибо, Алекс. Я так понимаю, речь про старый этот самый Mario Rabbids. Может, там код просто уже истек? Что это вообще за код-то? 9 этот, 001, как он там? 9001... 0071 Search result.
Nintendo Support. А давайте даже прям Mario Rabbids загуглим. Mario Rabbids. Mario Rabbids. Ага, ничего по этому не пишет. Ну, что-то по этой ошибке ничего не выдает, на самом деле. Это очень странно. Может, не так написал код ошибки? Ну, как вариант, может код истечь. Но, с другой стороны, я просто не знаю, на что там код был. У меня этих Mario Rabbids никогда не было на плойке. Так что не знаю. Как тебе второй трейлер по мультфильму Марио? По мне, кринж. Ну, там и первый был странный. Ну, в общем, я чувствую, надо дождаться просто мультика, посмотреть его и оценить. Целиком. 2,5 килограмма суши ждут. Стиралку даже иногда лень запустить. Ну, со стиралкой как-то, мне кажется, попроще. Посудомойка, просто ты ее когда запускаешь, нужно половина тоже там что-то... Остатки еды там выкидывать какие-то, вот это все. То есть тоже такой, в общем, процесс. А со стиралкой я обычно складываю себе ведро, ну, одежду, да. Потом подхожу к стиралке, просто все ее туда кидаю, запускаю, потом просто все развешиваю. Так что в целом... Польша и Европа, в Ешопе разные регионы. Нет, не разные. По валюте да, а по ценам нет, не разные. Ну, цены, вот эти все условия. Подожди, а что у меня елка такая большая? Надо все-таки уменьшить, наверное. То она прям... Прям вообще аж... Вон, донаты не видно. Надо ниже донатов ее опустить. Ссылка на донаты, статистика. Во, вот так вот. Ага, во, зашибись. Вот так вот. Вот так лучше. Фигня все ваши суши. Меня 5 кг свиной лопатки в меду и костер ждет. Ну, вот честно, я вот с такого прям объеса можно так, что потом вот реально плохо будет. Очень не люблю, когда мне плохо. Что будет, если в Кирби добавить огнестрел и анимации МК-11? Ну, во-первых, огнестрел-то там есть, по сути. Вот, анимации, да. Но анимации там тоже такие. Некоторые. Spark Hope. А, Spark of Hope. Слушай, ну тогда странно, тогда не знаю, тогда истечь, конечно, не должно было. Ну, может, правда, попробую какой-нибудь регион другой сменить на, не знаю, Германию какую-нибудь. Посмотри, что у тебя на карте же написано, какой там, ну, европейский регион, да, но, типа, может, там, какое-то указание на какую-то страну присутствует. Попробуй туда. От Юликим спасибо, с наступающим, спасибо за классные стримы и видосы, озвучка от Дениса Лучебота, так что 299. Спасибо, Юликим. Ну, там, кстати, по-моему, можно не выбирать озвучку, она не автоматическая. Или автоматически, я уже не помню. Я помню, что люди присылали без озвучки. Вот, спасибо за донат. На свече МК-11 неплох. Вот Алексей пишет, регион лок жесткий, у меня тоже не получалось. А что в итоге сделал? Альт пишет, что за фигня, кстати, зарегал немецкий АК Epic Games, а он все равно не дал мне игры подарочные забрать. Тут, не знаю, может, ты в нее не вошел? Ничего для посудомойки не надо стрелки убирать, только кости, например. Ну как не надо? Если у тебя там, не знаю, просто люди еле-еле не доели. Ну бывает же такое. И кинули вот так в тарелку, в этот самый. Я так-то, конечно, тоже не очищаю тарелку. Зачем мне тогда посудомойка? Но просто реально, может быть, от хама. Привет, завалил ты участок. Ха-ха, да-да-да-да-да. Спасибо. С наступающим Новым годом. Мирного неба, здоровья. Спасибо, хам. Отличных игр нам всем. Да. Ну, говики близко, близко. Ну да, получается, ни один еще до конца не прошел. Это точно. Как-то, знаешь, всегда так кажется, что Новый год будет когда-то, когда-то, когда-то. Типа, успеем, все успеем, потом раз, а он уже все, вот, вот. Прошел. Так что вот. С наступающим, и тебя с наступающим. Я под стримчик включил елку, невеста моя заняла PS5, в Cold War рубится, я Нюшку взял, Between Worlds играю, прикольно. Я тут понял, все-таки вот ту Нюшку, которую я купил, обычную, мне батарейка нормальная. Я почему теперь хочу батарейку нормально заменить на 3DS XL свои, которая Нюшка? Потому что на ней батарейка фигня. Все, она, короче, вырубается. А это прям работает, как бесконечно. Не поможет смена региона, такая же ошибка, проще смириться. Блин, ну это странно. Не, ну подожди, как смириться? Смириться не наш метод. Это как? Это почему? Так, спасибо, Дэн, спасибо за деятельность. С наступающим тебя, спасибо большое за донат. С наступающим.
Так, еще сейчас, да, значит, донаты полились прям прикольно. Спасибо большое, ребята. Вчера донаты просто не работали, поэтому... Ну, я поэтому и решил стрим запустить, чтобы поблагодарить вас хотя бы. Потому что люди донатили, а уже это потом приходило. Отзекатник, спасибо! Наступающим Новым годом давай зажигай. Спасибо, Никита. Ты же Никита, правильно? Я... Нет, сам не ошибся. Под VPN с EGS американский норм забираю, все в том числе вчера. А, видишь, под VPN из EGS надо забирать, да. На телефоне не убирается озвучка. А, да, может быть. Тогда да, тогда может быть так вот стоит. Заводи в честь праздника Детройт. Это мы на праздник какой-нибудь, не знаю, на какой-нибудь нелюбимый праздник найти и... Или там... О, подожди, смотри. Смотри, какая штука валяется. Я думаю, может съездить на какой-нибудь остров. Остров. Dead Space неплохая серия, купил ее впервые в Steam в 2013 году. Две части, два года назад третью часть взял, будет время, надо будет пройти. А то 496 игр на Аки за 10 лет закупил, прикольно. Сорокин Шеф пишет, моя Excel работает 4-5 часов при яркости 4. Ну вот, я как бы не замерял, вот сколько у меня Ньюшка работает, но такое ощущение, что мало. Вот, которая старая у меня. Так что я думаю, что нет самой. Да, вот Кирилл тоже пишет, что в EGS недостаточно другого Ака, нужен VPN. И тут я... Вспомнил, что когда я забирал борду, то я тоже VPN включал. Привет, Дэн, как думаешь, сейчас лучше купить лайт с 4 играми? Или в конце февраля обычный, но с одной игрой? Я бы обычный брал. Ну, лайт, как бы я понимаю, что он дешевле, но... Если еще собираешься не только в портативе играть, то лайт не надо. Зашел, конечно, при попытке забрать игру, он выдавал капчу, но пройдя ее, вылезает ошибка. После попыток, спустя время зашел, мне вообще пишут, что этот аккаунт не может получать бесплатные игры. Хм. Заходил с VPN. Там, может, еще, не знаю, почта какая-нибудь там палевная или что. Привет, Дэн, как думаешь? А, это я уже ответил. Зельда сегодня, не знаю. 1 апреля сойдет по Детройт. Да-да-да-да-да. Скажи свои паспортные данные, смешно. Привет, с наступающим, привет. Получил сегодня 2DS Алика, постримчик распаковал, а он не включается. Индикатор зарядки гаснет через несколько секунд, меня можно поздравить. Поздравляю, Иван. Слушай, и... То есть ты включаешь на зарядку и все. Ну, значит, да, сдох Акум, если такая фигня. То есть у сдохших Акумов один из вот симптомов. То есть ты подключаешь, индикатор зарядки вроде горит, потом пропадает, но ничего не помогает. Да, лучше больше опций иметь, чем только портатив. Ну, просто есть люди, которым реально Switch Lite достаточно, но... Поверьте мне, поскольку я очень много снимаю про Nintendo, снимаю про свечи, и у меня очень много, ну, соответственно, подписчиков, зрителей, и сколько я слышал этих историй, что человек купил Lite, играл, и потом просто там продает его, меняет на обычный Switch, или там хотя бы покупает дополнительный Switch к Lite, но вот строго на Lite остаются, ну, остаются, да, есть люди, которым Lite достаточно, есть даже люди, которые, наоборот, ну, переходят на Lite. Хотя есть те, которые потом обратно переходят, так что это не показатель. Ну вот, и лопата сломалась здесь. Вот, Сорокин Шеф тоже пишет, заклинаю вас, не берите лайт. Да, лайт для конкретных целей. То есть с лайтом нужно прям четко понимать, что тебе надо. А сложно четко понимать, что тебе надо, если ты раньше свечом, ну, не пользовался, да? И поэтому первым свечом Привет. Лучше лайт не брать. Спасибо тебе за творчество. Продолжай деятельность. Хорошо. P.S. Благодаря тебе купил свисы и забросил свои PS5 Xbox. Спасибо, Цыпите, спасибо. Не было, конечно, у меня цели, чтобы ты забросил PS5 и Xbox, но... Я понимаю, почему это происходит, потому что я сам в итоге такой думаю, блин, ну у меня тут стоят там мощные консоли, надо, наверное, на них во что-то иногда играть. Но с другой стороны, думаю, блин, у меня большинство, по крайней мере, вот, ну, в этом году это точно, то есть большинство игр, которые меня больше всего интересуют, они на Switch'е. Ну... Не всегда, допустим, да, эти игры мне прям заходят, то есть там, ну, как-то же, не знаю, там, Bayonetta, но, блин, они на свече все равно, и мне все равно было интересно, так что вот. Такая же история с лайтом, вот. Лайт милота, мой с серыми джойконами такой страшило. Ну, вот да, с серыми джойконами Switch, конечно... Я не рекомендую именно в плане эстетики. То есть я тоже свой первый Switch такой думаю, чё, я же чё, строгий, брутальный мужик, я там возьму серый Switch, но просто потом вот как-то вот не идет это свечу, вот серый там. Даже черный, вот, допустим, Wii U черный или GameCube, ну как-то они прикольнее смотрятся. А вот серый Switch,
Он реально, вот, особенно когда есть какие-то другие свечи рядом, там красный-синий, там белый OLED, там лимитки, вот эти все, красный Марио, то есть серый свеч рядом смотрится каким-то унынием. Просто он такой стоит, типа я старый, унылый такой, но, ну, конечно, играет, так что, в принципе. Денис, отреклам меня, помогу людям забрать игры под европейским IP, у кого нет VPN в EGS, пусть дают свои вновь созданные аки. Вот Артур пишет, напишите ему, если вновь созданный ак, я думаю, вы за него вряд ли боитесь, трясетесь, так что в любом случае, что бы и не попробовать. Но на самом деле, что, VPN-то, в принципе, небольшая проблема сделать. Альт пишет, у меня друг, наоборот, купил обычный Switch, думал, будет ему в доке играть, в итоге вышло, что пару раз на доке играл, и все, я ему советовал Лайт, потому что он говорил, ему интересен портатив. Ну, просто у Лайта проблема ж не только в том, что он портативный, а проблема, ну, это как раз хорошо, проблема в том, что там нет вибрации, да, там, ну, хотя бы даже обычный там, ну, автояркость, ладно, еще можно там забить. И в итоге получается, и тейбл-топ режима нет, который, ну, реально иногда удобен, и... В итоге получается, что, как бы, да, вот он дешевый и объективно дешевый, адекватно дешевый, но лучше взять что-то другое. Пытаюсь по очереди пройду игру на свече, потом на PS5. В это время прохожу на 3DS. Ну да. Серыми взял, потом мне подарили неоновый, теперь гораздо веселее, согласен, да. Белый лет самый красивый, тоже согласен я. Да, сегодня Эстуса не будет, потому что иначе я до вечера не доживу. По крайней мере, не дободрствую. Привет, привет, привет. Сменил корпус джойконов на прозрачный. Прозрачный тоже прикольно, да. Первым свечом был не Light, но сейчас использую его под лицензию. В итоге не хватает функции полноценного свеча, использую только для Animal Crossing. А, вот. Привет, Денис, недавно купил Switch, прошел Зельду Ботву, во что посоветуешь играть дальше? У меня в описании под стримом есть ссылка на видос Must Have игры или Nintendo Switch, посмотри. Тоже человек пишет, что за тебя перестал играть на плойке Xbox и заразил меня свечом. Привет. Каждая версия под разных пользователей. Но, видишь, OLED, он же тоже для портатива. Ну, то есть, объективно, OLED-экран для стационара не нужен, да? То есть, OLED ничего не дает практически. Ну, кроме там памяти больше, ну, типа, это ерунда. А так OLED ничего не дает пользователю стационара. Ну, и ладно, еще переходник на этот, на сеть. Ну, тоже, это чисто док-станция. Он вибрацию отключает, она его бесит. Вибрация бесит. Даже HD Rumble? Ничего себе. Где колпак Деда Мороза? Не знаю, кстати. У меня был, потерялся. Лайт в сравнении с обычным, учитывая док-станцию и прочее, дороже выходит. Это, кстати, интересная мысль. То есть, когда ты докупаешь для него, да, там, джойконы, док-станцию, там, еще какую-нибудь, и получается в итоге, да, и не сэкономил, а именно, что с наступающим. Я учителем английского работаю, пишет Solid Python. И всех учеников пытаюсь с детства сделать Nintendo сектантами, уже двое готовы. Там родителей нет, самое. Типа, мы вам и так подарки там учителям дарим, а вы там наших детей подсаживаете, мы потом разоряемся просто. Покупал Switch за Дениса, в итоге продал все консоли, купил Switch еще и жене. Прикольно. Но я все-таки не рекомендую продавать другие консоли, на самом деле. Даже Xbox. Вдруг на нее что интересное выйдет. Не покупать же потом ради. То есть купили уже, в принципе. Конечно, бывает, что вот у меня тоже некоторые вещи стоят. Ну, допустим, у меня два Xbox 360. Один лицензия, другой шитый. И я такой... Я даже для лицензии заново купил этот диск внешний, потому что у меня тот полетел. Но в итоге я так на сегодня посмотрел, думаю, зачем он у меня стоит? Не, ну пусть стоит, конечно, пыль собирает там. Может, иногда включу, может, ребенку отдам или еще что-нибудь. Но с другой стороны, ребенку отдать что-то. Ему на свече игры и так нравятся. То есть у нас нет какого-то недостатка. Мы сегодня Portal Knights попробовали с ребенком поиграть. Ну, ему понравилось. Мне в целом тоже неплохо, но там... Мне не нравится, что там какие-то эти все маленькие миры. Может, надо где-то дальше дойти в Portal Knights, чтобы миры были прям большие. Потому что, ну, маленький такой мирок, еще и такой, что ты упадешь прям, ну, вот, с него. На кроссинг скидки бывают. Редко, конечно, но тем не менее. А вдруг, когда не захочешь в Kinect поиграть? Ну, кстати, да. Но, в принципе, для Kinect это что, и обычного, ну, в смысле, шитого Xbox достаточно. Шиты-то я, конечно, никуда не дену, потому что там есть игры, которых сейчас просто не поиграешь. Типа, там, Project Gotham Racing. Я не знаю, может, диски найти? Может, диски найти? Лицензия. Ну, блин, честно вам скажу, вот мне никогда не нравились, как выглядели диски для Xbox 360. То есть, они сзади, вот, выглядят просто неприкольно. Если ты берешь вот диск для PS3...
и диск для Xbox 360, ну, снаружи вроде нормальный, там и там. Хотя на Xbox он такой бывает странный, ну ладно, сойдет. Переворачиваешь, и на Xbox это просто какие-то, не знаю, я не понимаю, там каждый раз все в разных местах, каждый раз разный стиль, и все. То есть на плойке всегда единый стиль, ну, PlayStation 3, единый стиль, все в одних и тех же местах, там картинки из игры, описание игры, где сколько игроков, вот это все, я помню прям четко. На Xbox просто диск переворачиваешь, и, ну, реально, неприкольно. Series X не продам, он отличный. Вот PS5 разочаровался со всей силы. А чё так, PS5 же тоже много игр хороших. Сорокин Шеф пишет. Я рекомендую продать бокс и купить Switch OLED. Еще и игр парочку классных придачу. Nintendo красавцы, такие игры клепать это талант. Да. Ну, я бокс не рекомендую все-таки продавать. Привет, Денис, удачного стрима. С наступающим Новым годом. У меня вопрос, играл какая-нибудь визуальная новелла. Конечно. Диски это прошлый век. Я согласен. Но проблема в том, что некоторые игры легально на Xbox 360 уже не поиграть, потому что их нет. Они не продаются в цифре, а некоторые и не продавались в цифре, так что... Хочу работать Nintendo геймдизайнером, я тоже хочу. И на PS4 не очень. Ну вот на Switch, да, на Switch реально красивые коробочки. Еще бы что-то внутри нормально лежало, а то... Так, подожди, где Трафлс была, мне с ним поговорить надо, сейчас мы с этой поговорим. Представляю, Mario Odyssey играет в метро, и все эти выкрутасы со шляпой делать моушеном на лайте, все будут смотреть, как на психопата. Я думал, внизу диска должна быть зеркальная поверхность для лазера, как я ошибался. Да, там наоборот, на самом деле у диска же отражающая поверхность верхняя, на которой, ну, по сути, у тебя нанесение какое-то есть, да, и, по сути, именно она отражающая поверхность. А дальше идет слой этого текстолита или из чего там... Который не текстолит, какой текстолит. Ну, короче, пластик, слой, который вот как раз прозрачный. Именно поэтому, если царапины, это не так страшно, потому что там все равно лазер не в фокусе. Дэн-Дэн пишет наоборот, Switch забросил и пыль с PS5 стер. Кирби же, Кирби. Диски прошлый век, но на полочке смотрятся волшебно, это да. Диск Oblivion GOTY X360 искал по всей Москве в свое время, ушло полтора года. Ну вот. Я же говорю, я Ridge Racer 6 себе вообще заказывал из Ростова. Приехал еще такой потрепанный, но, блин, а что делать, да? А куда деваться? Вот, кстати, да, вот Сорокин Шеф, я с ним согласен. То есть подписка на PS5 сейчас вообще прям жжет. Прям нравится. Как тебе игра Rockin' Cats на Dendy? Классно, мне нравилась она. Я ее проходил, мне очень понравилось. Я поначалу не мог нормально разобраться вот с этим, как он цепляется. А потом, когда я понял, как он цепляется, я вообще научился там выкрутасы разные выполнять. Прям очень клево было. Привет, Денис. Купил и свечи Mario Odyssey. Что еще посоветуешь игры? В описании есть ссылка Must Have игры для Nintendo Switch видео. Хочу, чтобы Nintendo было больше игр разных жанров. А каких тебе не хватает? Ну, просто мне кажется, единственное, чего нет, это шутер от первого лица. И то сейчас выйдет Metroid, и, ну, в принципе... Понятно, что это Metroidvania, но все равно это шутер от первого лица. А так, все остальное есть. ММО не хватает, кинца не хватает. Ну, вместо кинца можно играть или в Персону, или в Fire Emblem. Вот, особенно в этот, который Freehouse. Ну, Freehouse не сильно, ладно, кинцо. В Two Point Campus нет, я не играл. Подарили кепку, как у тебя, Денис, клево. Я тоже такую хочу. А где они купили? Спроси, пожалуйста. Я еще себе новую хочу, потому что, ну, не могу же я в одной кепке 10 лет сидеть. Рубить салат, а не стрим вести. Ну, иди руби. Продам стример Денис Мейджор. Купил Nintendo Switch и Splatoon 3. Поздравляю. Да, Splatoon, мы поняли. Ой, блин, чё, смотри. Столько этих. Ладно, пойдемте сейчас я это уберу. Пойдем в Super Mario Maker. Глянем там новогодние уровни. Мусор не люблю вот этот вот, который прям капец, меня бесит. Причем вот в New Leaf'е там как бы сорняки не так стрёмно смотрели. Здесь прям вообще смотришь, видишь мусор, прям невозможно. Не дочитал. А,
Носит тематические кепочки, любит Эстус, часто дает ему разные игры, желательно от Nintendo, чтобы не скучал. Стример за собой следит, не требует денег. Как это не требует денег? Точно про меня? Считаешь ли Persona 5 лучшей игрой? Ну, не лучшей игрой, но для меня это лучшая JRPG. И, в принципе, это, ну, это определенно шедевральная игра. В принципе, лучше я ее не могу, конечно, назвать, потому что, ну, местами хочется, чтобы в игре было больше действия. Но, тем не менее. Вроде на Озоне покупали кепку, игровой магазин продавал. Да мне не оригинал, то есть мне не важно, оригинал, не оригинал. Мне главное, чтобы такая же кепка была. Ну, или, может, там другой фасон. Мне, в принципе, даже больше нравятся более округлые кепки. Но просто у меня это как бы старое. Для Сплатуна, если играть онлайн, то подписка нужна, да. Ты же работаешь, и тебе и так игры дарить будут. Ну, это да, конечно, но... Работаю этот самый. Вчера он с женой Талисман поиграли, но она говорит, скучно. Потом вернулись в Каркасон. В Каркасон в итоге играли. Так, где там Super Mario Maker? Я ж недавно не играл. Промоталось уже. Так, давай-ка вот так. Загруженные программы использовались последними. Я там это, для спонсоров, выложил новогодний летсплей по Вигару. Вигару, ну потому что там много новогодней темы. И я для всех выложу его, получается, ну в понедельник, в общем, это будет 2 января, получается, да? Вот, а для спонсоров уже лежит, можно смотреть. Где Кимка с Гумбой, там висит. Persona 5 это не JRPG. Ну, Артём, это объективно JRPG. То, что там есть примесь визуальной новеллы, не делает эту игру менее JRPG. Привет с наступающим. Сейчас бы играми машину заправить и продукты в магазине купить. Это ж надо игру тогда отдавать или как? Было бы красиво, если бы это был крепкий орешек на NES. Да. Томиоси, спасибо. Привет, вчера купил PS5. Удивился, что Остроботе некоторые звуки прям из Кирби или наоборот, с наступающим. Спасибо, Томиоси. Сейчас не очень помню... Ну, какие-то звуки мне там что-то напоминали, хотя и не то, чтобы... Я не помню, чтобы однозначно. Но, может быть, и однозначно напоминали. Ну, кстати, мне в итоге понравился Остробот. Хорошая игра. С наступающим. Дэн, что ты со мной делаешь? Заставляешь мне второй раз сзади включить Switch. Че так, всего второй. Привет, с наступающим. Увидел твой пост про крепкий орешек и Metroid 2, не аж пересмотреть захотелось. Блин, теперь и мне. Пойдем здесь. Посмотрим, что у нас тут новым. Именно новый, давайте, вот именно новый за последние, там, не знаю, насколько можно... А, давай расширенный поиск. Оформил вчера Nintendo Online, вернулся в первый Super Mario, вернулся в детство. Клево. Привет, купил Кирби, спасибо за совет, игра очень старается, понравится, достойно, да. 100 жизней Марио? Так у меня не же здесь 100 жизней Марио, здесь же не этот, как он называется, здесь этот... Так, я хочу, в общем, реально, я хочу, чтобы сложность сеть, тему уровня... А есть тему уровень там новогодний или... А, это понятно, это как-то... Ладно, давай все... Давай, новогодние уровни играть, короче. Ждем онлайн Зельду, правда или нет, но душа греет. Ну там, по описанию, на самом деле, оно такое очень неконкретное, тем более, что это еще машинный перевод. То есть, на самом деле, там может быть, что просто вот, ну, отправлять какие-то, да, помощь, как вот, как в Персоне, как, или как в Покемон этот Legend Arceus, да, типа такого могут сделать. То есть, неполноценно онлайн. Но я реально, вот, почему я тоже вот этот Portal Knights там... пробовал, потому что, ну, вот мне с сыном хочется играть во что-то, вот, что-то типа, где приключения, можно реально отправиться в приключения, но чтобы не стрелять, допустим, а с мечом, типа такого. Мы играем в итоге в Майнкрафт, потому что, ну, вот Майнкрафт, ты реально можешь отправиться в приключение какое-то, да? Так, даров, ВК Плей. И не хватает, то есть хочется как Зельду, но для двоих. А все вот эти Зельды для двоих, которые там, ну, Triforce Heroes и Force World, они, ну, не очень все-таки. Особенно Triforce Heroes, она вообще, мне кажется, слабенькая очень. Кстати, вторая часть Крепкого Орешка пересмотрел, сегодня буду смотреть третью. Вот мне, кстати, вторая не нравится прям. Она какая-то очень жесткая, жестокая. Так, что похоже на Новый год? Какая Зельда является каноном? Да, не все канон, в общем-то... Где новогодние уровни? Вы чё? Совсем обленились? Ладно, давай хотя бы зиму сыграем. Это чё такое? А, это друг против друга, видимо, такие. Снежная гонка? Ну, давай попробуем.
Versus Level. Блин, Versus Level, видимо, для двоих. Салюты? Я не фанат салютов. Но оно прикольно, особенно в детстве, так не особо. Castle Crushers? Нет, не пробовал. Есть мод Окарины онлайновый, да? Не, ну CDI не канон, да, это мы знаем. Так. Не понял, и что делать? А, сейчас типа откроется. Это же в Каламити не канон. Но так это и не Зельда. Это Hyrule Warriors. Понятно. Нет, это для нескольких игроков. Это так не очень интересно. Карен белорусский, что ли? Привет. У меня Nintendo Switch OLED уже 2 месяца. За это время пока что Mario Odyssey прошел. Ну, за 2 месяца неплохо. Так, давайте исключим... Как? А, блин. Я потому что... Да, я не то взял. Вот это надо было. Я не то выбрал. Вот, рефрешинг. Happy New Year. Вот давайте. Happy New Year. Ух уж эти рефрешинг уровни. С Новым годом, Владивосток. Во Владивостоке уже... У меня такое ощущение, что в этот уровень играл. Они как будто одинаковые все. Те рефрешинг уровни. С наступающим. Castle Crusher с идеей к игре с сыном. Ну ладно, посмотрим. Вот реально просто, насколько редко вот в играх вот действительно есть какое-то приключение. Ну или тот же, я даже не говорю, что именно Зельда, ну хотя бы там, как тот же Assassin's Creed последний, или там Immortal Phoenix Rising. Вот такого плана хочется, но только для двоих. Есть в Ghost of Tsushima этот Legends, да, но она не такая вот именно. Есть шанс на вторую его песню, это какая? Это про что? А, все, это прошел. Что-то новый NFS сложный. Бомжую, занимая последние места, потею, пока нравится особенно челлендж. Вот мне челлендж тоже понравился, он прикольный. Ну, хотя насчет последние места, это значит, может быть, ты что-то не так делаешь. Посмотри, может, ты машину уже можешь качнуть. Привет, Денис, наступающим новым-новым. Нынче взял по скидке за 16 баксов Crysis 3 на Switch. Как думаешь, стоящая игра за такую цену? Ну, сойдет за 16 баксов. Но, с другой стороны, конечно, Crysis 3 на Switch, ну, так-то плохо работал. Switch Online на рекламке Зельды может значить только то, что игра поддержит онлайн-сейвы, но это, скорее всего, так и есть. Это само собой, но то, что там было написано, это не только онлайн-сейвов касалось. Зимний спидран? Ну, скидывай. И Takes Two — это не приключение на двоих, это, ну, линейный платформенный уровень. С тем же успехом можно в Марио поиграть. Я просто говорю о том, что вот реально, прикиньте, вот, ну вот как Зельда, как, я не знаю, Ассасины. То есть ты находишься в каком-то мире, да? В каком-то мире игры, и ты такой: пойду к той горе. Пошел, а там лагерь каких-нибудь монстров, и они такие на тебя напали, ты их перебил, потом дошел до горы, в горе пещера, спустился в пещеру, там тоже какие-нибудь монстры, ты их перебил, нашел какой-нибудь сундук, в сундуке у тебя какой-нибудь редкий шмот лежит, или там редкий лук, там, или ну что-нибудь такое, и ты такой: о, клево, что я сюда пошел, вот, вот о чем я говорю, вот о таких вещах. А так просто, ну что, линейные уровни пошли в приключения. Это, естественно, это и Марио есть, и там куча игр, и Рейман тот же. Но хочется нет, а Фейбл... А слушай, подожди, а Фейбл есть кооп? Я не думал, что Фейбл есть кооп. Слушай, спасибо, Иван, я попробую, я посмотрю Фейбл, да, да, спасибо. Но я просто уже подумал про ММОшки, я подумал показать ему Тесса и Блэк Дезерт. Думаю, что зайдет. Добрый вечер. World of Warcraft. Ну, да, да, я за, но на консолях хочется, понимаешь? Давай, Christmas Medley, пойдем. Fable 2. Именно Fable 2, Elden Ring. Смешной. Ну да, Elden Ring тоже можно. Но нет. Да, но нет. Так, подожди. Я не хочу просто музыку, потому что мне за нее будут демонетизировать. О, Winter Platforming, пойдем поиграем. Сколько ему лет? Да нормально ему лет. Вот ты что там подумаешь, ну в Tessa, что там такого? Отлично, кого приключения с маленьким сыном Resident Evil. Но не с мечами. То есть хочется с мечами. С пушками я знаю. Ну, можно даже, ну... Не, ну с сыном, конечно, Borderlands не буду играть. То можно с женой поиграть. Но... В
принципе, это возможно, но хочется вот именно такого ближнего боя, там, мечи, луки. Короче, фэнтези во все поля. Так, дверь с ноги, я позже увидел твой уровень, потом сыграю тогда. Fable есть кого без разделения экрана, как Diablo 3. Вот, я хочу без разделения экрана на двух разных консолях, потому что, ну, на одной консоли, честно говоря, уже надоело играть. Ну, то есть с разделенным экраном, потому что постоянно не видно ничего. Инвентарь один хочет посмотреть, другой, соответственно, бесится с этого, потому что... А. Террария не совсем, потому что Террария очень, на мой взгляд, Террария, она не сильно про приключения. Она больше вот именно про экшен, там, убийство боссов, вот это все. То есть в этом смысле Майнкрафт гораздо более подходит. Но вот сегодня мы еще попробовали Portal Knights, она, в принципе... Да что ж я неправильно прыгаю? Она, в принципе, тоже хорошая. Bravery and Greed. Подожди, а там что? Как насчет сына подсадить на Monster Hunter? Я боюсь, ему очень рано. Вот это рано, вот это серьезно рано. Потому что Monster Hunter это, конечно... Там надо очень правильно, очень точно играть, иначе жесть. Ну, особенно, естественно, что я такой, так, все, пошли в хайранг. Хорош это самый филонить, да? Пап, меня убивает. Хентайные новеллы сыну, да? Не, ну, Кость, ты, конечно, скажешь. Да чтоб тебе. Я просто и в чатик смотрю, и играть пытаюсь. Ладно, давайте пройдем. Можно ли играть в Майнкрафт на свече с человеком, у кого PS4? Да. Те, которые последние версии Майнкрафта, которые Bedrock Edition, они полная кроссплатформа, там можно играть с кем угодно. То есть везде, где есть Майнкрафт, там можно даже с мобильниками играть. Мобильники, Xbox'ы, свечи, PlayStation'ы, все поддерживается. Вот, так что в этом смысле Майнкрафт очень хорош. Ну и он действительно как вот игра именно для приключения, она прикольная. Если не просто там играть в этот режим. Я не сразу понял, что здесь надо делать, да. В Террарии залипал строительство, вдруг бесился, потому что хотелось боссов убивать. Слушай, мне кажется, в Террарии, честно говоря, строительство так себе. Ну вот, по сравнению там с тем же Майнкрафтом, да? Мне кажется, в Террарию надо не за строительством идти. Так что тут я согласен. Майнкрафт Данжен сыграли, да. В принципе, Майнкрафт Данжен очень клево, но мы в итоге, короче, выбесило что? Что в Майнкрафт Данжен весь подбор лута идет исключительно от уровня имеющегося у тебя, точнее, надетого лута. И из-за этого собирать какие-то билды становится, ну, просто бредом. То есть, да, то есть ты, допустим, думаешь, окей, я себе выбрал определенные эффекты, я просто буду ждать, пока мне, например, выпадет штука с таким же эффектом, но выше статы. А она тебе не выпадет выше статы, потому что игра смотрит, ага, у тебя предмет с низкими статами, ну и будет тебе кидать предметы другие тоже с низкими статами. И это, конечно, очень бесит. То есть в этом смысле мы даже, ну, в Torchlight тоже играли, в принципе, ему понравилось. Хотя, в принципе, любой Diabloid, он не совсем то. Много похожего, но не совсем то, потому что ты, как бы, ты не совсем свободен в приключениях. Ты все равно идешь, ну, вот по определенным этим самым, и тебе везде там много этих самых. Dungeon Masters, по-моему, оно тоже похоже на вот это самое... Ну, Dungeon Masters надо попробовать. Что-то, по-моему, там интересно было. Но там, по-моему, все в данжах только что происходит. Так, уровень какой-то прислали. Давайте я его гляну. После Манхана сыны кошмара будут сниться. Ему от Кирби снились. Кирби там в конце, где эти... Лев этот с глазами такими на выкате. Так, у нас донат. Спасибо. Спасибо за донат. Привет, Денис, хорошего стрима. С наступающим. Заметил, что известны релизы на 1, 2, 3 и 5 месяц 23-го года. Что с 4-м? Апрель. Там как раз фильм про Марио выходит. Может, будет новый Марио? Теория заговора. Уже видел сливы про Зельду? Видел. Это, кстати, я постил сливы про Зельду тоже у себя в Телеграме. В том числе и в группе ВКонтакте. Онлайн, эксклюзивный контент для Switch Online. Фигня какая-то. Ну, может быть, и не фигня. Может быть, наконец-то они сделали... Спасибо за донат. А по поводу апреля, честно говоря, я не задумывался о том, что... Ну, я не... Надо... Вообще-то мне надо этим заниматься. Так что тут ты мне в очередной раз это напомнил, немножко пристыдил. Сам того не желаю, что я этого не делаю. Мне надо вести действительно календарь релизов. А то потом что-то выходит, мне все спрашивают. Денис, а что там? Вышло же, что как? А я такой, блин, да я вообще не в курсе. Дурацкие черепахи. Так, подожди, что вот Fable... Ща, где-то разделение экрана, а где-то... Ща, где-то мне про это написали. Diablo 2, у меня куплен Diablo 2 и так, так что он... Ну, он не куплен, мне его давали. 2 и 3, точность мультиплеер. Короче, я посмотрю Fable 2 и 3, да.
Fable 2 разделение даже в коопе, в 3 не общий. А что это значит не общий? Мультиплеерную Зельду на 3DS, да, Triforce Heroes, но она фиговая. Так, последние дни часто смотрел твой канал, Денис, вот купил под Новый год Switch OLED. Спасибо за прекрасный контент, успехов, здоровья, спасибо тебе. Так, Дэн, если кто-то откликнется на мое объявление о продаже со стримера и захочет купить, твоя жена расстроится, почему? А, по продаже стримера. Я думал, ты просто хотел людям на аккаунт что-то забирать. Привет, с наступающим, купил и поиграл в первый 3DS после твоего видео, рад как ребенок, спасибо, успехов в новом году и тебе. Так, в Genshin поиграть, ну да. Но с Genshin проблема в чем? Что я бы хотел на консолях, а его на Xbox ж нет. А PlayStation у меня одна. Так что... А на Switch его тоже нет. Привет, с Новым годом. Сам испугался, когда этот лев на меня попер. Да-да-да. Как зовут твоих детей? А что? Так, хорошо, надо пройти этот уровень. Ай-яй-яй. Так, здесь смотрите. Ага. А, время? Тут еще и время идет. Ничего себе. Нет, почему оккупировал PS5? Просто, ну, чтобы играть-то вдвоем, нужно две плойки. Я же еще раз, я не хочу играть на разделенном экране. Я хочу именно играть на разных экранах. А, здесь все-таки надо прыгать. Как насчет Hyrule Warriors? Слишком, да, слишком безмозглый слэшер. Ну, то есть как, он может быть и мозглый, но суть в том, что, да, не хватает именно возможности, ну, вот свободно куда-то ходить, да? То есть вот именно open world какой-то нужен. Не обязательно чистый прям open world, как в Breath of the Wild, но и не грязный open world. Да, блин. Мне почему-то кажется, что в этом уровне очень много каких-то случайных событий. Хотя, по идее, здесь случайные события в Super Mario Maker не генерируются. Ах ты ж да. Надо было PS4 оставить. Слушай, я бы в нее все равно не играл. Она ужасно шумела. Просто ужасно. То есть это, ну, это было уже не смешно и не интересно так играть, поэтому нет. Ну вот, если быстро добегаешь, то у тебя... Тебе не дают вот это сделать. В карбон я играл, да. Так, сейчас у нас донат. Сейчас я его обязательно прочитаю. Если бы я знал, что так будет. Спасибо за донат. Фигня в плане того, что какие-то шкурки и лут только для подписчиков. Switch Online плюс Expansion Pass. А, в этом смысле. Так это же и сейчас DLC есть, который какой-то лут только для подписчиков. Ну, только для тех, кто купил DLC. И в Skyward Sword было, когда есть амиба, которая позволяет тебе телепортироваться на небо с любого места. По сути, тоже pay to win такой. Ну, как бы условный. Попахивает типикал... AAA компании, которые искусственно ограничат каких-то пользователей. Ведь Зельда не free-to-play, а стоит full price. Такой подход, плохой звоночек, сам онлайн может быть вполне хорош. Тут на самом деле мне больше понравилось, как в комментах на DTF сравнили онлайн, вот который вот написан Зельде, с Dark Souls. Вот, хотя про эксклюзивные вещи, да, это странно. Спасибо за донат. Так, и от Лобстек, спасибо тоже. Всем привет, всех с Новым годом, в каком бы статусе он там у вас не был сейчас. Кстати, Денис, спасибо за творчество. Благодаря тебе купил кучу разных отличных консолей, с удовольствием поиграл в кучу классных игр. Здоровья и успехов тебе, твоим близким и всем твоим зрителям, в том числе и мне. И тебе тоже спасибо, Лобстек. Так, что тут пишут? Не Soul Speed Carbon, да, я играл, грязную подумал, Elden Ring, да-да-да, типа того. PS5 у меня не шумит вообще, да. Ну, когда диски читает, она шумная, но я без дисков играю, поэтому... По мне, пишет Сергей, Mario Maker на Wii U первый выглядит, играется круче. Также заметно, что данная игра затачивалась под Wii U, где стилусом намного удобнее выстраивать собственные уровни. Это да. Когда уже GoldenEye на Switch... А, кстати, да, когда? А он разве не в конце нового года должен был быть? Нет? Денис, ты готов признать PS5 консоль 22 года? Но ведь консоль 22 года это Switch. Привет. Лучше кидай сюда, Макс. Не обещаю, что сыграю, но...
Так. И как здесь успеть? Короче, уровень, в принципе, неплохой, но я просто... Я сейчас его не пройду, потому что надо играть очень внимательно. Ну, как бы мы все-таки читаем уровень. А так, хороший уровень. Надо будет его, не знаю, в закладки себе добавить куда-нибудь. А как его... А, я же смогу всегда его пройти через этот, через... Как его? Через посещенные уровни. Инви... F4CNYF. Слышал, что от Ward интересная кооп штука, видел. Ну, я в нее играл так, ну, не в кооп. И, ну, поначалу она мне нравилась, а потом... Ну, у нее реально беда с контентом. То есть там выходишь, и вот эти стандартные крокодилы, которые везде, и тебя они мочат, и, ну, блин, я не знаю. Вот, честно говоря, она начинает напрягать. Поначалу все прикольно, да. А потом... Ну и там кооп, по-моему, на одном экране. Ну, хотя это ладно. В принципе, я про нее тоже думал, она у меня есть. Единственное, что я не знаю, как она там будет... Будет ли Next Gen работать с версией с не Next Gen'ом. Так что вот. Меня зовут Дима, тебя Денис, очень приятно познакомиться. Привет, Дима. На тебе. Нет у нас здесь какого-нибудь цветка. Угу. Так. Ну, кстати, что, хороший снежный уровень. Пока, Петр, уровень нравится. То есть это именно такой классический платформенный уровень, который, в принципе, ну, мог бы быть в составе самого Супер Марио. Единственное, что немножко ситуации повторяются на уровне. То есть он как будто не очень развивается по ходу дела. Но в целом... Ах ты ж! Ох. Я забыл, как эта штука работает. И чуть не упал. Так у меня есть флудилка в телеге. Но она не флудилка, а чисто так комменты. Ну, по сути, та же флудилка. Привет, Денис, с наступающим Новым годом. Счастья, здоровья тебе. Спасибо тебе тоже. Спасибо, что ты нас радуешь своими видео и стримами. Спасибо тебе. Тебе. Так, Макс, ну, лови. Ладно, давай. Знаю, опять сейчас будет жесть, да, Макс? Сейчас будет жесть. P3D6BG. Настоящие геймеры играют NFS High Stakes. Почему именно High Stakes? В Mario Maker разные поколения. Но это не карты из разного Mario, это стили. Здесь же люди сами делают. То есть Mario Maker это практически полностью user-generated content. То есть это карты, уровни пользователей, которые они делали. Да блин, не успел. Пожалуйста. Когда выйдет мультфильм про Марио, да, я думаю, что я его посмотрю, сделаю что-нибудь. Видос. Да чтоб тебя. Амибо это физвещи, ее можно продать в случае чего, да и платишь ты единожды. Ну тут да, в отличие от подписки, которую надо продлевать. DLC из подписки можно купить отдельно. Плюс они раньше добавляли Switch Online DLC сетевых игр. Зельда все еще остается синглой, поэтому такой подход мне непонятен. Спасибо за донат. Ну, они, видишь, они же это ж не только Зельды делают. То есть они, в принципе, завозят больше различных активностей в игры, в том числе по подписке. То есть они в том числе пытаются продвигать свою подписку Switch Online как бы не только для онлайна, как будто бы она не только онлайн-подписка, а как универсальный. Та же, например, вот контент в Animal Crossing, который, ну да, он и отдельно продается, и по подписке. Это же именно сингловый контент. Как бы не относится к сетевому контенту Animal Crossing, да? То есть они, ну вот, делают такой хитрый ход. Типа, а вот у нас для подписчиков еще есть разные бонусы. В принципе, эти, на самом деле, бонусы-то и у других встречались. Просто у Nintendo, да, это вот из серии, можно сказать, впервые Зельда, которая, ну типа, всегда была сингловой, внезапно... Вот и куда мне здесь падать? Ну, Макс, ну что это за фигня, вот серьезно. Так, с наступающим, что за коммент с ДТФ про онлайн Зельды?
Я имею в виду коммент на ДТФ, что на эти Dark Souls похоже. Ну, реально же похоже. Да блин, не так я прыгнул. Есть ли платформер идеальнее Марио? Ну, идеальнее Марио нет. Но есть неплохие платформеры тоже, там та же Селеста, Ори. Ну, или есть там платформеры, в которых, допустим, меньше платформинга, но они все равно в каких-то сферах тащат, да? Там тот же Shovel Knight. Дыш-дыш-дыш-дыш. Так. А вот я прыгнул, а потом подумал, может быть, не надо было. Но уже нормально. Чекпоинт. Пам. 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 А вот это прикольная идея, мне нравится. Это очень клевая идея. Надо было оставаться. Начинать в кроссинг играть, да можно когда угодно. Можно и зимой, да. Вот, кстати, Артём пишет, я был бы не против, если бы DLC Season Pass в виде Амибо продавали. Ну, кстати, да. И вот смотри, у тебя есть, знаешь, как именно пропуск, да? Вот Season Pass — это же пропуск, да? И вот у тебя пропуск именно физический. И ты его не можешь, ну, не знаю, как-то там... Во-первых, ты его не можешь потерять. Нет, ну, можешь, я имею в виду, что... Ладно, у меня была клёвая идея, и я её придерживался. Сейчас, подожди. Я подумаю, чем это круто. Но это круто. Мне нравится. Так, ну и куда идти? Ага, вниз идти. Угу. Вот так вот. Так, докуда у нас поднимается лава? Что больше импонирует, Sony, Xbox или Nintendo? Nintendo. Не, ну в принципе это... Ой, блин, я чуть не упал. Так, 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 она же до сюда доберется. До скольки стрим, не знаю. Я его запустил так ненадолго. Ну, правда, мы всего час стримим. Ну, или целый час. Ори обе части офигенные. В первой есть куча классных моментов по типу побега, да. И музыка — это само действие, что-то с чем-то, я согласен. На самом деле у Вори вот этот вот момент с водой, ну, с побегом, когда вот это дерево, да, он очень классный вообще в эмоционально-сюжетном плане. То есть смотрите, по сути, ты сделал что-то хорошее, то есть ты спас дерево. Благодаря вот этим потокам воды дерево будет жить. Но, блин, но при этом эта вода может тебя убить, если ты не успеешь спастись. И вот эта музыка, которая играет еще в этот момент, она идеально вот подчеркивает вот, можно сказать, драматичность этого момента. И это очень клево, потому что, как правило, в играх вот есть, ну, добро-зло, и они четко разделены, там хорошие вещи, плохие вещи. Удираешь ты, как правило, от плохих вещей. А в Ори этот вот момент подан очень, на мой взгляд, прям чудесно. Так. Угу. Так, давайте-ка я обратно вернусь сюда. Что думаешь по метал-альбому в этом году? Я из новых альбомов слушал только Scorpions. Этот Rock Believer. Ну, такой. С пивом потянет. А куда? По идее, Амибо DLC, например, закрыли магазин, у тебя есть карик, хочешь DLC. Ну, типа, да, да, вот, например, такая идея. Но, с другой стороны, если закрыли магазин, откуда ты эти DLC скачаешь? То есть нужно тогда, чтобы этот контент был как-то включен. Но, в целом, да, эта идея хорошая. Да, на свече играю. Привет, пришел мне Nintendo Switch. Классная штука. С наступающим Новым годом. Спасибо. Лобстек пишет, вспомнил свои ощущения в тот момент в Ори, аж мурашки. Да, то есть прямо такой момент, прям...
Ну я прям вообще, я кайфанул. Я, блин, это из серии, когда ты умираешь, а думаешь, все равно, как же классно. И да, там очень интересный момент, что когда ты умираешь, музыка не перезапускается заново. То есть музыка продолжается. И это тоже очень клево, потому что вот если бы она каждый раз перезапускалась, то какая бы она ни была клевая, ты бы уже думал, блин, ну задолбали уже, сколько можно. А так, конечно, перепрошел первый Ори на 100%. Кстати, надо бы мне, может, это сделать уже, потому что у меня игры не пройдены эти на 100%. Может быть, Денис, они тебе не так уж и понравились? Раз ты не перепрошел их на 100%. Так, еще донат, спасибо. Короче, теперь я жду инфу по игре с настороженностью. Надеюсь, это качественный фейк. А то Нин все больше добавляет онлайн-сингл. Кроссинг, Зельда, Марио — это тенденция печальна. Кстати, всплыли слухи о ремейке первого Прайма. Он заявлен на 23-й год. Столько релизов уже анонсировали в следующий год опять за Nintendo. Ну, если выйдет. Понятно, что может не выйдет. Спасибо за донат. Но по поводу онлайна, да, у них же, ну, почти везде сейчас онлайн. То есть у них есть, ну, в Кирби только, я не помню, по-моему, нет ничего по онлайну. Именно вот в последний, который Forgotten Land. И в Bayonetta ничего нет по онлайну. А так вот, да, и в Кроссинге, и в Марио там эти шарики искать, например, в Одиссее. Хотя они не сразу выпустили это, да. В Luigi's Mansion есть онлайн. Ну, хотя это еще и в предыдущих частях, ну, по крайней мере, во второй было. Похожая, по крайней мере, система. Вот. Что еще было? Ну, так что да. Так, ну-ка, сейчас. В общем, добавляют, и, мне кажется, местами очень даже в тему. По онлайну будет... Да, в старом новом Кирби, возможно, будет. Я надеюсь, что будет. Может быть, не быть, и тогда, конечно... Но надеюсь, что будет. Ну, что-то такое из онлайна. Все ачивки в Ори не собрать, в разумном смысле одна из них без смертей. Ну, я не, скорее не про ачивки, а про контент. Потому что там же есть эти сферы какие-то, которые ты собираешь, я их все не собрал. Привет, Денис, привет, чат, всех с наступающим. Жаль, пропустил стрим, кстати, вчера психанул, закинул 500 золотых. Взял ваучер, на них покемонов, новых Кирби, ну и так по мелочи. Ори второго, Ларри второго. Забавно, что Кирби в демо я совсем не распробовал. Так, сейчас я... Я же... Блин, я не успею здесь... Совсем не распробовал, но решил рискнуть и прям кайфую по полной. Спасибо, Веремир. Ну да, в Кирби и в демке там тоже, там очень мало контента. Блин. Через минуту Новый год у кого-то, да. Так. Я, короче, все еще не понимаю, куда там идти в том месте. Какие топ-релизы на 23-й год по Соньке стоящие? Там что-то Silent Hill был какой-то. Финалка 16-я. Как минимум, такие вот. Так. Стоим и ждем, пока уйдет. Контента в кроссинге... Не, ну в целом много. Ну я не знаю, ну а как вот померить контент? Ну вот, вроде добрался, да? Чё по часам? Да, кстати, с Новым годом, у кого сейчас уже наступил. В Bayonetta 2 можно было по онлайну вдвоем играть? Нет. Разве можно было? Я не помню. Амибо, конечно, неудобно положение. Сначала люди ноют, что они ничего интересного не делают, а когда они что-то делают, потом орут, что Nintendo держит DLC с фигурками. Ай, прикольно. Сегодня подарили Mario Maker. Да. Это было смешно. У меня сейчас времени 19:01. Будет ли новая Зельда на русском? Ну, я на это надеюсь. Я не уверен, конечно, но надеюсь. Хабаровск, наверное, празднует. Не знаю.
Наверное. Перехват в воздухе удобно. Ну да. Ну, вообще, с этими, с грибами я часто так делаю. То есть я стараюсь гриб всегда брать наверху. То есть когда он выскакивает. Потому что, ну, если ты про это. Потому что иначе он часто падает, едет не туда. Или потом тебе не дают его взять. Но в каких-то сложных уровнях часто бывают такие ситуации, что это не получается. Насколько я жду новую Зельду? Ну, не знаю, я просто жду. Мне просто есть во что играть, и в том числе, что я еще не прошел. Поэтому я как бы не то, что, знаешь, сижу такой на иголках. Но в целом жду, конечно. Не слишком нужна на русском? Ну, не знаю. Все-таки это как минимум вопрос популярности в нашей стране. Ну и не только в нашей стране, на самом деле. Так, если говорить о Боре, то первая часть мне нравится больше. Вторая какая-то раздутая. Так, подожди, и чё? И в чём прикол вот этого уровня? По прокачке. Боссы не сбалансированы, без гранат и паучиху минут 40 ковырял. Плюс зачем-то усложнили боёвку, хотя первая часть цепляла именно платформингом. И кучу бесполезных скиллов добавили. Первая пройдена на 90%, вторая на 70%. Спасибо за донат. Но мне на самом деле вторая понравилась, хотя насчёт боссов я соглашусь. Там в некоторых моментах, вот если ты определённые какие-то скиллы себе не выбил, ты не пройдёшь. Ну, либо тебе будет это намного сложнее, чем... А ты же не знал заранее, что так будет, да? Вот, а по поводу боевки мне на самом деле понравилось. То есть они добавили прикольный экшен именно к тому, что было. И в целом, мне кажется, получилось адекватно. Но, видимо, они вдохновлялись Hollow Knight'ом, да. От Веремира, спасибо. Мне тут подарили пару коллекционных наборов Лего по Звездным Войнам. Так что завидуйте, да, мне через 3 дня 41 годик, но мне не стыдно. Кстати, да, дерево в Первом море, конечно, шикарно, но пока оно мне там взорвалось как надо. Да, привет, привет. А, боссов в прыжке, это да. Прохожу черный флаг на свече на работе, кайф. Да, вроде даже в первой Байонете можно было играть по онлайну. Не, по-моему, нельзя. Короче, сейчас мы еще раз проверим, но, по-моему, уровень вот именно из тех, которые я такие не уважаю. Потому что серии, давайте просто сделаем так, что вот ты там сюда вошел и все. И, ну вот, если я сюда выйду тоже. Ну и в чем прикол? Не, ладно, это, короче, это ерунда. Марио в тюрьме, да. Где-то читал, не помню где, что было заявление от Дракмана на работе над третьей Тлоу. Я еще помню, что было заявление о работе над мультиплеером. Для Тлоу. Вот. Так что... Крисмас, еще Крисмас. О, Крисмас Сонг. Виспортс. Может, Виспортс посмотреть. Джингл Беллс, супер. New Year Celebration. Давай, New Year Celebration. По-моему, сейчас большинство, кто покупает Лего, это 20-40-летние, это да. Как я полюбил Nintendo? Хороший вопрос. С детства как-то. Дэнди купили и понеслось. Это, кстати, даже не Дэнди была, но тем не менее. Да мультиплеер Тлоу будет, скорее всего, как мультиплеер Uncharted. Туп. А, в первой же части был, по-моему, да? Так, что у нас? Это New Year Celebration? Ага, и что делать? А. А, я все, я понял. Я просто на в левую сторону смотрел. Надо сюда было смотреть. Купил перчатку бесконечности Лего, топчик. Интересна статистика по каналу, какой возраст больше всего смотрит? 25-35. Ну, диапазон 25-35. Привет, привет. Антон уже готовый. Ладно. Так, хорошо. А, подожди. Попал. А, еще туда теперь, да? Давай, короче, кучу просто пошли мы все. Лего, детям жалко покупать безумно дорого. Что-то потеряют или сломают лего-игрушку для состоявшихся мужиков. Ну да. Так, 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 так. А, я понял, подожди. Вот что надо сделать. Байонете 2 был кооп, там не сюжет, а собственный режим испытаний. А, вот что как, понятно. Туба-т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 уба
Не, ну у меня так, конечно, дети Лего любят, но у них же Лего этот, там, Майнкрафт, Лего такой. Какой-то еще у них Лего был. Лего Марио, Лего Майнкрафт у них самые хиты. Денис, у тебя кайфовый канал, особенно стримы, желаю, прости, успехов и роста в 23-м году. Спасибо, спасибо. Где-то у меня тут была... А, вон она, сейчас принесу. Сейчас, секундочку. В третьей бай уже не было каупа. Ну да, в третьей да. Я просто не знал насчет второй. Но в любом случае все равно полноценного мультиплеера, получается, не было. Так, ну давайте от Александра уровень глянем. Так, WN W4 W7 PSG. Чё брызгаю? Это этот, стопангин. Что-то горло немного побаливает. Драконье измерение. Мне 10, у меня большой интерес к Лего Техник. Ну, меня, кстати, тоже начал интересоваться Лего Техник с детства раньше, чем он по возрасту идет. Там возраст, по-моему, 12, я не помню. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Ах ты ж, блин. Ну, я еще не то, что больной, но... Так, наверх я здесь не запрыгну, да? Чекпоинт. Какие блогеры по Сычу тебе нравятся? Ну, я так-то особо не смотрю блогеров специально по Сычу. А так вот мы с Nintendo сотрудничаем. Ну, как сотрудничаем? Периодически там в гости друг к другу ходим. Ну, или я к ним скорее. Общаемся с ними. Тепло. Так. Окей, а это как взять? Так, сейчас давайте подумаю, вот это возьму. А, вот как взять. Так. Где дверь будет? О, тут даже две двери. Хорошо, Антон. Надеюсь, на уровне Skyrim. Так, что надо с этим сделать? Надо просто дождаться, пока он сам сдохнет. Так. Ага. Ну да, я думаю, что он сам упадет. Ай. Давай уже падай куда-нибудь. Сейчас будем здесь стоять. Сейчас этот, правда, прилетит. Да ты не сюда, чел, давай. Ой-ой-ой. Давай, прыгай на меня. Есть. Так, мне дают ключ. Я иду сюда. И иду сюда. Привет-привет. В моем детстве Лего было только у богатого друга. У меня было маленькое Лего. Так, что у нас теперь большой? Ну ладно. Ой-ой-ой. Ну хорошо, что здесь безлимитный запас цветков. О, засранец. Ну давай, перепрыгни меня. Сдохни, Боузер. Хорошо, что здесь цветки, да блин. Готов.
Все? Слушай, прикольный уровень, мне понравился. Сейчас уровень Антона глянем. С ребенком ходили за фейерверками, набрал там петард разных, на обратном пути до дома засовывал их во все дыры, давно так не веселился. Жесть. Мне Бионикл в детстве нравилось собирать, да? Не собирал. Мировой рекорд у меня. Ну, понятно, там мало людей поиграли. Недавно собрал однометровую ракету Сатурн 5 Аполлон 11 из Лего. Думал, пальцы отвалятся. Блин, я тоже помню, я большой собирал Лего. У меня на самом деле еще Лего лежит. Мне на день рождения, который у меня в феврале был, на минуточку, подарили жена с тещей на Новый год и на день рождения. И у меня на прошлый. Я так насобирался Лего, что у меня до сих пор еще один лежит. Надо за него взяться. Думаю, как раз вот на праздниках и возьму. Привет с наступающим, два... А, уже прошел ЛНГ, да, с Дальнего Востока, хорошо. Как думаешь, за 1100 купить Киберпанк на Series X норм? Не, нормальная цена, но посмотришь заодно, из-за чего такой хайп был. Ну, мне как-то не сильно заходит, ну и не скажу, что прям какая-то плохая игра. Чё ж он не прыгнул-то? Почему он не цепляется? От Веремир, спасибо. Значит, с Nintendo общаешься, да, и даже после их топа игр. Ну все, блогер продался, отписка, игнорно, что там еще говорят. Вообще у них интересный топ получился, точно смелость. Спасибо, Веремир. А что у них там в топе? Я что-то, по-моему, пару игр успел посмотреть, но я не люблю вот эти их видосы, которые с Дженрик озвучкой. Я их не смотрю, потому что, ну, непонятно, кто писал, непонятно, кто монтировал. Ну, монтировал, скорее всего, Паша Филюшкин, но я имею в виду, то есть чей-то в итоге продукт и как это пройти. А, подожди, может вообще сюда не надо прыгать? Нет, надо. Red Dead Redemption за 900? Не, мне кажется, лучше Киберпанк. Да, блин, не прыгает. Топ без автомата и покемонов. Ну все, это бунт. Так, от Лёва Борода донат, спасибо. Дэн, с наступающим, взял НФС и две части Ори. По твоей наводке НФС залип и параллельно готовил Оливье. Всем здоровья и мира. Спасибо, Лёва. Сейчас придет в общий донат. Вот мне тоже RDR 2 скучно показалось. Спасибо, Лёва, за донат. Как же без любимого блогера на НГ? Ставлю стрим в качестве плюс один. Пойду готовить, посмотрю в записи. Всех от души с праздником. Ну вот он, не знаю, механика, короче, какая-то кривая, неправильно работает. Сейчас пойдем в другой уровень. Антон, что ты прислал? Он не цепляется за стену. Просто не цепляется. Потом падает, и потом только цепляется. Ладно, короче, не хочу этот уровень играть. Я не знаю, как здесь прыгнуть. Недавно купил ребенку Лего Марио, так понравилось, что и себе купил. Да, мне 33. Да и нормально, правильно. Так, где у нас тут уровни? А пойдемте в этот, в Зельду потыкаем. Что-то тоже чисто так побегать, порасслабляться. Вот, вот здесь вот. Бэткомедиана не смотрел еще. Ну что-то там про елки опять, мне что-то надоели елки. Ну даже смотреть про них, я так-то их не смотрел. Так. Breath of the Taki Wild. Где он? Breath of the Wild. Так, ага. Я думаю, где-нибудь до 8 по Москве постримим. Скорим на тебя сжигает дракона спавни, да-да. Коров надо собрать. Это собрали. Как дела с СМТ-5? Нет, что-то не сильно идет. Ну, во-первых, мне в СМТ-5, именно в СМТ-5, очень не хватает социализации. То есть, если берешь там четвертую или четвертую апокалипсис, то там, ну, какие-то есть NPC, ты с ними можешь там взаимодействовать, как-то общаться. То в пятый, ну, вот ты просто вообще как бы один. Ну, и плюс, не знаю, мне все-таки СМТ слишком... Ну, они мрачные, и все. То есть, там нету какой-то отдушины. Ботву на мастере? Не, не особо. Что такое SMT5? Shin Megami Tensei 5. Так, а где я вообще? Смотрите, снег. Давайте оденусь еще как-нибудь по-зимнему. Может сейчас прийти к какому-нибудь гоблину, заставить его Новый год праздновать. Это что он? Так, где у меня? Вот. А, нет, не это. Подожди. Вот это.
И еще какая-то... Во. Вот такая вот. Ботва шедевр. Столько часов наслаждения от открытого мира, от арта, физики, внимания к деталям, игра всех времен, я считаю. Это да. Так, где я вообще? А чё я сюда забрался-то? Вы не помните? Чё я искал? Пойдемте, ладно, на вершину горы заберемся, вот, например, сюда. Просто почему бы и нет. С наступающим. Прошел Зельду, сначала освободил двух чудищ, потом посетил все вышки и открыл полностью карту в игре. Это да. У меня, получается, я карту в самый последний момент открывал. С наступающим. С наступающим. От Веримира, но у них там точно Соник был, причем высоко, так еще и какие-то довольно спорные игры были. В общем, лучше самому глянуть. У меня с Лего другая проблема, у меня стеллажи под него закончились. Разбирать старый Лего я морально не готов, так что коробок 6 прошлого года ждут, теперь еще добавились. Спасибо, Веримир. Я на самом деле так скажу, я сколько смотрел разных топов, вот, по-моему, кринжовый топ от ДТФ, это ничего не может быть. Я не помню, что у них в этом году, по-моему, тоже какая-то кринжатина, но я помню, что когда у них там в топе, ну, во-первых, у них там в топе когда-то был Sonic Mania, ну, просто как лучшая игра года, ну, типа, я все понимаю, но, ну, хорошая игра, ну, просто там лучшая игра года, ну, окей, ладно, еще, ну, допустим. Но когда у них, ну, не лучшая игра года, но все равно в топе была Snake Pass, ну... Не знаю, ну просто чепуха какая-то. Но с другой стороны, DTF... Ой, какой DTF? Digital Foundry. Я что сказал? Короче, я Digital Foundry имел в виду, а не DTF, если я сказал вдруг DTF. Простите меня, DTF. Ну вот, и дичь была полная. И, ну, с другой стороны, ну, серия, ну, это же их топ, да? То есть, есть там люди тоже, мне там какие-то пишут, там, что за топ, что вообще там, дизлайк, отписка. Ну... То есть странные люди, которые приходят услышать не мнение, ну, того человека, вот, которого там видео запускают, а чтобы их какое-то собственное мнение, если оно у них вообще есть. Бывает, просто люди нахватались каких-то вещей у других там блогеров или у других обзорщиков, там приходят к другому и такие, а ты что то же самое не говоришь, ну-ка давай. Elden Ring, а до Elden Ring там что-то в топе у них тоже странное такое было. Иммортality. Почему Doom Eternal или играть офлайн на свече, он вылетает, а онлайн норм работает? Не знаю. Нужно начать фейерверки в боковлинов из посоха запускать. Как вариант. О, что это такое? Возможно, они как кинокритики, которые уже устали от всего этого, им нравятся какие-то странные вещи. Но если говорить о Digital Foundry, им просто нравится вот именно технодрочь. И когда они встречают какую-то технодрочь в игре, они такие, о, вау, там все. Они именно геймплей на игры практически никак не оценивают. Очень редко, то есть они что-то вообще про геймплей говорят. То есть в основном они вот именно технодрочь. И, ну, просто я помню, когда вот Snake Pass вышел, я тоже купил, потому что мне была интересна концепция. Но игра, ну, такая срань, ну, же... такую еще поискать. В этом смысле Sonic Frontiers гораздо интереснее. Ну, масштабы игр тоже разные, но тем не менее. Так, а я куда иду? Я на эту гору иду. Смотрите, как что-то тут животные какие-то водятся. Подожди, я в ту сторону иду? В ту. Да, все правильно. Фейерверки, да, надо подумать. Эти электрические стрелы, в принципе. О, смотри, что я нашел. Нет, не то. Не то. Идем вот это сюда. Эй, ребята, вы чего? Вам кого? Вот козлы. Так, надо попробовать это открыть. Что у нас здесь? Огненная стрела, отлично. Уже неплохо зашел, все, пока. Отстань. Frontiers прошел. Слушай, не так все плохо. Игра, конечно, больше как Индия ощущается, но вполне неплохо. Ну хорошо. Так, сейчас вот тоже донат придет про игры. Очень такой. Ну что, завтра-то стрим запускать в 7, как считаете? Насчет открытий, в 22-м залип в Йоши, отличный платформер. Понравился больше Super Mario Bros. U Deluxe. Кирби тоже зашел, хотя мне не так повезло с собиранием гачи-побрякушек. В Колизее последнего босса не прошел, но Марио в Одессе нравится больше. Там больше креатива и свободы действий. Спасибо за донат.
Но по поводу сбора, кстати, гачи этих побрякушек, они там, по-моему, с какого-то шанса все равно выпадают. То есть, если у тебя вот этой валюты много, которую ты, ну, по сути, на уровнях собираешь, то, ну, там, 5 раз каждый бросил, и, ну, они все равно заполняются, в общем. Запускать. Хорошо, ладно, запущу. Так и быть. Буду сидеть там с больной головой. Такой, а, чё вообще там? Ничего не помню, ничего не понимаю. Вы кто? Кто я? Кто здесь? И все такое. Так, где у нас леса? Здесь у нас леса такие эти зимние. Здесь еще где-то был на этом, на плато. Вот здесь вот у нас леса, да, такие тоже. Какие-то прикольные. Кстати, давайте походим. Я давно здесь не был. Давайте вот сейчас вот сюда. Так, вот, короче, сделаем сейчас. Надо, во-первых, переночевать. А, 5 утра, нормально. Так, сейчас, значит, где она? Вот сюда сейчас ставим метку. Сюда идем. Возле конюшни рядом с Акальской крепостью встретил мужика с именем Пиндар. А почему совпадение? Прикол. А что такое Пиндар? Разница между геймером и задротом в том, что задрот интересует цифры, которые описывают ощущения, а геймер интересует ощущения, которые описывают цифры. Интересно. Сол пишет, твои стримы готовы смотреть 24/7. Клево, а? Да. Прошел Кирби, игра супер, да. Так. Вон, вот туда я хочу сходить. Пешочком. Вот в эти горы. Это ж горы, которые еще на плато. Мы в них идем по сюжету, в том числе, в самом начале. То есть, по сути, обратите внимание, что плата, это как бы так... Ну, вот это вот, Великая Плата... Это как будто как мини-игра, то есть это такая туториальная именно зона, в которой, ну, практически все механики встречаются, но при этом это не какая-то такая зона, которая, ну, не знаю, там, искусственно там ограниченная, да, то есть это не тренировка, как вот бывают такие вот именно туториальные такие загончики, еще бывает там без графики, без всего, такие, ну, давай, тренируйся тут механики свои выполнять, ну, что, на мой взгляд, скучно, то есть это полноценная игровая локация, которая... Абсолютно адекватно смотрится и сама по себе, и когда ты в нее там уже сотый раз приходишь, она все еще нормально смотрится. Но при этом это такая, да, мини-локация, которая учит тебя всему и... Может даже вообще по дорогам пойти. Вот тут мужик сидел. Сейчас попробуем еще по дороге пойти. Он такой, все, ну его нафиг. Как относишься к компании Samsung и их смартфонам? Хорошо отношусь. Нет, не переплата за бренд. Если завтра будет стрим, прям буду счастлив. Две минуты пытался отправить сообщение, пока не понял, что открыл запись стрима, на текущий я ведь еще не пил. Бомб-джамп? Нет, я не умею. Я не учился даже эти все приколюхи делать. Наверное, стоит, но... Так, а я здесь не пройду. Я здесь не пройду. Ой, подожди, а это что? Я здесь не был. А это я уже как бы за Великим Плато? Нет, это все еще на Великом Плато. То есть это все еще оно. Ладно, это что? Сундук. Кто, интересно, камни на сундук кидает? Вот специально как будто. Здрасте. Не, ну в этом смысле Аяка прав, да. То есть ты, по сути, переплачиваешь за любой бренд, какой бы он ни был. Но там дело, конечно, не только в бренде. Понятно, что всегда есть... То есть если ты будешь делать что-то просто из этих материалов и сам, это, конечно, выйдет дешевле. Но бренды ж, производители, это ж не ради там альтруизма делают. Они это делают, чтобы деньги зарабатывать, поэтому закладывают прибыль. И какие-то бренды закладывают еще надбавочные вот эти, да, как сверхприбыль. За то, что они... Молодцы. А некоторые меньше это делают. Собственно, что и позволяет демпинговать цены некоторым брендам. Но с другой стороны, если мы берем смартфон и мы посмотрим, там, не знаю, флагманы, там, Xiaomi, там, даже те же Realme, это все равно будет там 60-70 тысяч. И если мы посмотрим на Samsung, да, Samsung в основном дороже, но у Samsung есть, например, IP68. А у Xiaomi, у Realme... Ну, Xiaomi, по-моему, какие-то модели уже стали с IP68, но как раз тоже, которые дорогие. А так, ну вот, поэтому, да, Samsung, они адекватно стоят.
Что обозначает проценты на карте? Это проценты изучения мира. Именно мира. У меня уже 100%, мы как-то выполняли на стриме на 100%, и это именно касается открытия карты. То есть нужно побывать в всех местах, которые, как они, вот эти вот названия. То есть нужно открыть все вот эти названия. Мы искали специально на стриме, чтобы вот было вот именно так. Что за меч? А это же эти, я не помню, у кого-то отобрал. Это японцы любят в Xenoblade постоянно такие штуки у кого-нибудь. Когда-то была новость про парня, который собирал Nintendo сам, у него получилось дороже. Это тоже момент, что массовое производство, оно всегда дешевле. Поэтому, конечно, если ну, в единичном экземпляре покупать детали и делать, то получится даже дороже. Но если массовое производство, то оно, конечно, дешевле, потому что закладывается, ну, то есть и оптом покупать всякие детали дешевле. Какой рейтинг у меня в МК, что-то, я не помню, то ли 6 тысяч, то ли 7 тысяч, то ли 10 тысяч, я не помню. Может, меньше. Чакрам индийские мечи, не японские, да, но японцы их любят, просто я говорю, если вот посмотреть на именно игры, особенно на Nintendo, которые выходят, по-моему, даже Dark Souls, в Elden Ring, точнее, есть такие, но это не факт, а вот Xenoblade точно. Поздравляю с Новым годом. Меч-убийца клана Ига? А, ну ладно. Какая красивая елочка. Давайте ее потрясем. Как бы ее потрясти-то? Ну-ка, давай. Ну и нафиг. Так. Очень прикольное просто, что вот здесь светло. При этом снег, чистое небо. Чем-то вот сейчас Monster Hunter напоминает на самом деле. Так. Так, ну-ка давай. Фейерверк, чувак. Топ-3 онлайн-шутеров. Сплатун. Сплатун 3, Сплатун 2, Сплатун 1. Мой старый S9 сломался аккурат к черной пятнице. В итоге взял S22 для Тайваня за 47. Посмотрел, сейчас еще есть наличие по этой цене. Слушай, прикольно. 47. Ну, блин, наверное, все-таки ультру себе буду брать. Мне старый ультра как-то не очень, но я хочу 10-кратный зум. Я так думал, нафиг он мне. Короче, я, видимо, дождусь, пока привезут новые ультры. Пощупаю их где-нибудь и потом подумаю. Да, вот Solid Python вот то же самое пишет. К Fortnite, да, нормально отношусь. Привет, Сибирь, у нас 12:30 за Кирби Плюсу и одна из лучших игр ever. С наступающим, окей. В Зельде, если убить врагов, они потом... Они спавнятся после Кроволуния. То есть в Кроволунии они спавнятся. Все враги респавнятся. Ну, на том же месте, где они были, да. А так они не спавнятся. То есть пока Кроволуния не наступит, они не будут респавниться. Когда впервые тут проходил, траву поджигал везде, чтобы согреться. Прикольно. Привет с наступающим. Сколько часов в Зельде? Да дофига. И в кроссинг мы сегодня уже тоже играли, кстати. Давайте посмотрим как раз, сколько у меня в Зельде, сколько у меня в кроссинге. 250 часов в Зельде, 110 в Марио Мейкере, в кроссинге 895. Вот такие циферки. Такие дела. Да. Добрый вечер. Так, давайте сюда. Жрал стручковый перец, чтобы согреться. Да. Блин, как же тени здесь классно сделаны. Да, низкого разрешения, но классно. Вот это, конечно, какая-то некрасивая. Хотя нет, вот так смотрится нормально. Отсюда просто неприкольно смотрится. Так. Ну и, конечно, здесь нет механики снега как таковой, да. То есть даже в этом Mario Odyssey она есть, хотя и примитивно. Здесь совсем нет. То есть снег это тупо, ну, как просто текстура. Ну и вот этот эффект осыпающегося снега, но нету, конечно, ни провалов снег, ничего такого. Каркасон на свече платная, да, и, кстати, на английском языке. Ну, прикольно. Plants vs. Zombies, я не фанат, так у нас снова донат. Плата это обучение, причем без нудного текста и прочей фигни, типа отклоните стих, чтобы идти вперед. Да, в игровой форме. Рунам обучают в разных игровых ситуациях, чтобы ты думал и принимал решение. А, рунам.
Нет. Рунам. До сих пор ору с видоса Шевцова, где он показывает кадры платы, говорит, мол, ну вроде норм РПГ. Спасибо за донат. Ну да. Почему-то... Ну, тут как, с одной стороны, многие Зельду почему-то считают РПГ, с другой стороны, многие почему-то Horizon Zero Dawn считают, ну или там Forbidden West считают РПГ. Сейчас время такое, людям циферки нарисовали, о, все, РПГ. С наступающим, где оружие такое найти, не знаю, отобрал у кого-то, у клана Иг, да, отобрал. В CSGO меньше часов, чем у тебя в кроссинге, ну так ты догоняй. Ну, у кого-то, я знаю, видел и за 800 часов в Зельде, да. Можно сделать из снежка большой шар, но я боюсь, что это заскриптованная вещь. Ну, то есть, да, он по физике катится, но он же не везде появляется. А скатать самому снежок нельзя. Поэтому я боюсь, что это фигня. Вот, кстати, давайте поднимемся сюда, посмотрим, может быть, это там. Но я боюсь, что это все равно такая, ну, более заскриптованная вещь, чем обычно. Вот если бы можно было просто сделать снежок, ну, просто, типа, сделать снежок, он нагибается, делает и хопа, и катишь куда-нибудь. Здорово, Денис, наступающим тебе и всех зрителей, и вас также. Когда приходит... А, понятно. Что-то я не понял этого прикола, но ладно. Есть какая-то инфа про Kingdom Come на Switch? Нет. Как один раз объявили, что Kingdom Come, что Outer Wilds, и вот так ничего и не. Так и нет ничего. Не слышно. Вот давайте. Ой, это что такое? Посмотреть. Просто взял и забрал. Так, а я ж могу его, получается. Подожди. Стой. Нет, так не сработает. А если вот так положу? Отстой. Блин, так, нет, подожди. Что за фигня? Сейчас, где там это надо было? Сейчас это заеду на мотоцикле. Genshin Impact, да, тоже что-то год-два назад объявляли. Так до сих пор. Вот он и не там. А Outer Wilds в 23-м? Ну так была инфа, просто как бы никакой новой инфы как-то нет. Тоже странно. Хочется уже каких-то этих релизов. Просто тоже в чем прикол, да, объявлять там за 3 года, за 2 года. Ну вот Nintendo тоже раньше так делал, сейчас больше не делает, слава богу, потому что, ну это тупо. Выходит скоро игра, вот ее и объявляйте. Ну ладно, там на старте, в принципе, Свеча, наверное, в этом больше было смысла, да, чтобы люди такие, ну, понимали, что игры делаются, игры будут, игры выходят, там то все. Но просто сейчас, смотря особенно на то, как многие компании делают, ты уже понимаешь, что то, что игру обещали, еще не значит, что ее вообще выпустят. Ее могут и отменить. Запросто отменить. Так что и отменить, и перенести. И у самой Nintendo это тоже было не раз. И вот этот перезапуск разработки Metroid 4 Prime, Metroid Prime 4. И, собственно, как самой Breath of the Wild, которую там тоже переносили 20 раз. Она же вообще изначально 15-й год планировалась, по-моему. Вот, так что... Вот что с этой штукой надо сделать? Блин. Неплохо. Так. Что с ним можно сделать-то, в принципе? Могилу короля подорвать? Ну, блин. Мне просто интересно, вдруг она покатится? Он, смотри, так, это короки, это понятно. Может, давай какой-нибудь возьмем? В конце концов, что, имею право? Ой. Да, Beyond Good and Evil, там вот это вот все. То есть, мне кажется, уже практически каждая компания в таких вещах зашкварилась, поэтому Nintendo, наверное, одни из первых поняли, что смысла в этих объявлениях нет. Что люди просто, чем дальше будут такие истории происходить, тем люди будут просто доверие терять компании. А так лучше, ну, допустим, не объявлять игру, потом ее отменили, ну и никто об этом и не узнал. Потом какой-нибудь журналист где-нибудь скажет, что вот, на самом деле, в разработке была вот такая-то игра... Но ее отменили, и ты такой, ну да, наверное, было бы клево, если бы она вышла. Но с другой стороны, тебе же не обещали, не обещали. А так вот, когда пообещали, и уже вроде как обломно, что она не выходит. И как бы, ну а что делать-то? Так, а это что? А, ну это тоже там, туда.
путь. Чувство, что Sony блочит выход Геншина на Switch. Ну, Sony, да, тоже такие ребята, они, в принципе, могут. Ай. Что произошло сейчас? Я защищу тебя. Что-то как-то тут погодка не располагает. Причем, подожди, а почему? У меня на радаре солнце. А почему дождь? Что это такое? Или это... Ну это же дождь, а на радаре солнце. Может, какая-то особенная погода? У Нинки приятно, что 90% их анонсов анонсировали новую игру, через 3-6 месяцев уже выходит. Ну да, но это вот в последнее время так, да, они делают. Так, а я могу... Например... О, подожди, у меня идея. Так. Да. А ну-ка, подожди. Короче, у меня идея есть такая дурацкая. Сейчас посмотрим. У меня же есть еще милость милфы. Нет, подожди. Сейчас вот так. Так. Поднимаем. Ну ладно. Дурацкая была идея. Подожди, а эта штука вообще плавает? Я понимаю, что она металлическая, но вдруг... С Новым годом, уже 23-й в Иркутске, хорошо, поздравляю. Зачем играть Геншин на свече? Ну почему нет? Да, где Метроид? Ну так я говорю, вот они когда вот это делали, там одну игру перенесли, другую перенесли, такие, ну и нафиг, и перестали так делать, ну и молодцы. Кто-то до сих пор так делает, те же на Xbox там. Где все это, блин, где Starfield? Когда ты начал снимать летсплей, я не понимал их смысл, но когда купил Bayonetta 3 и начал пропускать строфы, понял смысл и смотрю теперь постоянно. Да? Прикольно. Но я же там тоже не все выполняю. Заанонсили Готику на Switch? По-моему, кто-то уже об этом говорил чуть ли не неделю назад, а ему ответили, что так это же старая новость. Я что-то опять не понял, о чем речь. Но я просто не фанат Готики, мне как бы не сильно интересно. Ну вообще, мне кажется, конечно, если Геншин на Switch выйдет, то это хорошо будет. Мне уж никто не заставляет играть, если, допустим, не хочется играть в Геншин. Но факт выхода одной из все-таки популярных игр на одной из самых популярных платформ, ну, как бы очевиден, мне кажется. Вот, тем более, что раз на мобильниках Геншин работает и людей устраивает, то и на Switch он будет работать. Причем, судя по последним вот этим новостям, так он может еще и лучше... Ну, не новостям именно, а там как разные игры там работают, да? На мобильниках и на свече. Там тоже Wreckfest, который портировали, он на свече лучше там выглядит и работает. Ну и вполне может быть такое и с этой... Как ее? Геншином. В твиттере Готики появилось подразделение на фотки... Поздравление и на фотки Switch с Готикой на экране. Ничего себе. Оригинальный Готик или ремейк, или ремастер, что там? Описание мода на Skyrim. Да-да-да. Ну-ка, дайте, не знаю, посмотрю, что ли это. Где там, в Твиттере, да? Как его? Твиттер Готика, как это искать? Я, в принципе, не понимаю. Твиттер Готика, Готик Твиттера. Вторая часть? Ну ладно, я хоть поиграю в эту вашу Готику. Твиттер Готик. Готик Гейм, вот, Твиттер. Готик Гейм. А, вот, да. Короче, Switch. Ага. Ну-ка, давайте вам попробую показать. Так, сейчас как-то захват окна. Надеюсь, ничего от этого не провалится, не отвалится. Вот. Вот такая тема. Да, короче, год подходит к концу. Мы хотим поблагодарить каждого из вас за потрясающую, ну, в общем, за поддержку. Готика не стала бы тем, без, чем она стала без вас. Это не Skyrim случаем на... Нет. Это не Skyrim.
Ну, наверное, готика, я не знаю. Ну вот, видите. Надеюсь, что первая и вторая часть будут, если еще и третья, то вообще кайф. Ну хорошо, рад за тебя тогда. Все, уберу. С наступающим, да. Надеюсь, так, вот. Да, чтобы был. Геншин на свече, чтобы был. Благовещенский уже Новый год, поздравляю, Благовещенск. Башня Ксардоса на скрине, хорошо. Я не шарю, видишь, я как бы что, ты мне сказал, я тебе верю. Я в этом смысле... Так, куда бы мне... Вот давайте сюда. Эберская башня. А что Эберская? Давайте-ка сюда. Нет, стойте. Где-то здесь был этот... так, да. Вот деревня Рита. THQ, кстати, да. Они очень поддерживают Нинку. Они мне присылали коды даже вот в этом году. Не помню что, правда. Но у них мало что-то выходило. Но они мне присылали коды без проблем. Ремейк готики на УЕ, ремейки на этом движке тяжеловаты для свеча, хотя все зависит от приложенности рук. Ну, да. Скоро приедет Зельда, что можешь сказать по ней? Че, офигенная игра, что могу сказать? Или порт просто, да. Но с другой стороны, если у них делается ремейк, то скорее всего именно ремейк. Потому что даже вот я смотрю ситуации, когда выпускают игру, у которой выходит ремастер на все консоли, и если на свече есть... эта игра, то делают именно тоже ремастер-версию. Даже если оригинал, может быть, было бы и более логично. Ну, не факт, что более логично. Все-таки Switch, несмотря на то, что слабый, именно в плане технологий он современный. Вот, то есть слабость и современность не одно и то же, да? Так, подожди, где у меня этот... Вот у меня гостиница. Все спят такие под открытым небом. Храпят друг друга на ухо. Гнездо ласточки. Чё обычно? Давай. Homeworld Mobile на Switch поиграл бы. А что это? Все говорят о Switch, PS4, 5, Xbox SS, чего 3DS помнили. Что там по Vita? Да ничего. Ну, фанатские порты выходят, да, но просто... Смысл? Вита, конечно, хороша как портативка, но интереса к ней сейчас, конечно, маловато. Ну, к ней как бы и в свое время было маловато интереса, но это, в принципе, вина Sony, что они все так сделали. Так-то и на 3DS-ку фанатские порты выходят на минуточку, да? То есть я говорил, что на 3DS-ке есть самый лучший порт Mario 64. Есть офигенный порт Lara Croft, ну, самый первый от Tomb Raider'а. Вот, так что и на 3DS-ку до сих пор реально контент валит прям пачками. Всякие там, ну понятно, Doom, Hexen, Heretic, Quake, это все перепортировали по тысячу раз. Конечно, когда пытаются в 3D портировать, получается не все хорошо. Но вот именно поэтому я очень хвалю порт Mario 64 и порт Tomb Raider, потому что они прям офигенные в 3D работают. В следующем году надо тоже перепройти Зельду, сразу продолжение начать, это да. Играл Зельду Awakening Clean, для меня Зельда Ботва лучше, чем Awakening, ну да. Порт не вариант, у первых двух готик очень специфическое управление, его сложно адаптировать под геймпад. Знаешь, это конечно да, но иногда разработчики такую дичь придумывают, чтобы... Ой, нет, лучше с той башни, да, она получается выше. Ну вот, такую дичь иногда придумывают, думаешь, капец. Зачем же вы так? Весь первый Half-Life на 3DS портировали, блин, ну вот это я бы поиграл, или нет, не знаю. Денис, у тебя в новом городе есть мужик, продающий одежду из DLC. Ты имеешь в виду здесь, в этом, в новой деревне, которая? Интересно, не знаю. Hogwarts Legacy я не жду, мне Патриана не очень интересно, честно говоря. Я вот Зельду, да, Метроид. Зельду, Метроид, что там еще? Что там навернуть, короче, такого вот. Привет, Денис, привет. Готику изначально под консоли делали? Подожди, под какие? На какие консоли она изначально выходила? Я просто реально не шарю, я серьезно спрашиваю, вообще без всяких там подколов. Чё опять темно-то? Просил уже с утра разбудить. Чё-то так темно. Вон, смотри, солнце еще нет самое. Подождем, что ли? Risen обещали на Switch. Да, Risen тоже на Switch обещали. Когда следующие покемоны будут? Подожди, эти я еще не прошел. Но вообще, я думаю, через год.
Ну, как, именно следующий, наверное, года через три. А так, я думаю, что через год они какой-нибудь очередной ремейк, ремастер, порт, вот это все выпустят. Награда за худшее управление года достается демо Forspoken. Ну, я не знаю, мне кажется, не худшее управление года. Где-то я в этом году увидел и похуже управление. Готику планировали на консоли, но не выпускали, поэтому в первой части управление специфическое. А, понятно. Ну, давайте я просто загуглю где-нибудь. Загуглю в Википедии. За Википедию. За Википедлю. Даже на английском давайте вот так. Википедия. Готик. Блин, надо, чтобы... Гейм, гейм. Где у меня гейм? Entertainment Series. Видео гейм Series. Вот, Готик, видео гейм. Давай, самое первое. Этих покемонов не успели починить. Ты думаешь, их будут чинить? Ха! Скажи спасибо, чтобы они новые хотя бы сделали. Не хуже. Уже неплохо будет. Так, не, ну пишет только Microsoft Windows. Ты можешь использовать милость Мифы. Милость Мифы. Мифы. Так, давай, что у нас тут еще? Development. Свой движок. Ничего про консоль, ничего не... Нет, самое. Консоль. Нет, про консоль вообще ничего. Так. А этот... Работает у нас все? Да, работает. Готика 2. Так, ну-ка, какие-то на Xbox есть. На Xbox 360, PlayStation 3 и PlayStation 4. Ну-ка, давай посмотрим. Вторая, третья. Так, спин-офф еще, Аркани всякие. Готик 2. Тоже Microsoft Windows. Gothic 3 основные. Тоже. То есть, видимо, только какие-то спин-оффы были на этих. Сейчас посмотрим. А Night of the Raven? Что за Night of the Raven? Gothic 2, Night of the Raven. Ну, да, Night of the Raven тоже там. Спин-офф. Аркания и Gothic 3 этот самый. Forsaken Gods. Тоже Microsoft Windows. Аркания Fall of Setarif выходила на PlayStation 3. Да, и Аркания основная. Да-да-да-да-да, вот такая фигулина. Ну-ка. А, типа это должна была быть Готика 4, но она не стала Готика 4. Короче, Аркания. Сколько у нее там оценки какие? Ну, низкие. Очень низкие. 42 балла на PS3, 64 балла на Xbox 360, понятно. В общем... Основных частей не было, получается. А, понятно. Аркания такие же готики, просто забрал издатель имя. Блин, ну что-то оценки смущают, конечно. Так. От Сайфера, спасибо. 10 лет играю на Вите. Много JRPG, японских игр, визуальных, новелл, ритм игр, HD ремейков и инди. В ближайших планах Shovel Knight, Darkest Dungeon, World of Final Fantasy и 3 ритм игры по персоне. И все это с трофеями в удобном портативе на OLED-экране. Вита будет вечно жить. Хорошо. Спасибо за донат. Ну, я свою Виту включаю очень редко. Чего вот здесь темно, как будто ночь? Вот реально. Это, ну, так же неправильно. Или это просто специфическая именно локация, которая... Подожди, ну-ка вот здесь же у нас тоже этот самый зима. Хатенская башня, ну вот здесь где-то. Аркания суррогат, не смотри на него даже. Это другое мнение уже, да? Поздравь меня, купил 3DS, во что посоветуешь поиграть? Поздравляю, поиграю в Mario 3D Land. В Зельду Majora's Mask Between Worlds. И, в принципе, Ocarina of Time тоже 3D. Типичный Google Rust, гораздо начитеннее типичного Википитра. Да. Друг купил Steam Deck, чтобы установить на него Windows, чтобы установить эмулятор Wii, чтобы установить ботву. Зачем он это сделал? Ну, зато ботва там должна быстро работать. А Цему нету, что ли, сборки под Linux? Как водку подпольную делают, примерно так же делали Арканию. Ясно. Играл на Switch Deltarune. Обе части, игра норм, проходил без чтения текста. Прошел все-таки Undertale, играл на Android. Еще проходил, но с докачкой управления дополнительного. Ладно. Денис, с наступающим тебя и твою семью. Спасибо за этот год, ты один из самых адекватных стримеров в моем списке. Спасибо большое за такой отзыв. У меня дети на Vita в Rayman играют. Ладно.
На Vita время. Блин, я бы Vita детям не дал, потому что ее, мне кажется, разбить можно вообще просто. PSP вот была неубиваемой, кроме того, что стик снимался, а так да. От Томиоси, спасибо, я только что лоханулся, вижу на eShop прайс Mario Kart за 30 чем-то злотых, думаю, нифига скидка, купил код на 70. Меняю регион на Польшу, а там 166 злотых, оказывается, я в баксах смотрел, в итоге докинул, еще взял. Понятно, да, спасибо за донат. Да, да, там, ну, естественно, столько он не может быть в злотых, конечно, стоить, да. Про что следующий видос? Пока не знаю, я там про Байонету снял, но подумаю, когда выкладывать. Я очень не смонтировал просто. Пока вот летсплей там на летсплей-канале будут. На 3DS вот советуют Mario 3D Land, Kirby Planet Robobot, кстати, да, тоже Pokemon XY, Zelda Ocarina, ну, кроме покемонов и Kirby я все сказал, да. Покемонов поздравления с Новым Годом в Покецентре, по-моему, нет, не знаю. На Vita порты GTA, кстати, вышли сразу в рабочем игральном состоянии, это да, но они, по-моему, неофициальные же. С каких начать с покемонов лучше? Если не боишься технических проблем, начиная с Scarlet Violet. Если боишься, тогда... Ну, и тебе нужна основная, тогда Sword Shield. Если и спин-офф сойдет, тогда Arceus. Arceus офигенный, конечно. Но это спин-офф. С наступающим Новым Годом. Не, мы скоро, на самом деле, заканчивать будем. Я хотел уже 8, потому что уже к семье надо идти. И с едой там сейчас скоро курьер приедет. Поэтому до 8 постримим и будем расходиться. Как раз я поздравлю с Новым Годом у тех, у кого 8 Новый Год. А остальные так... Мне не нравится, что здесь темно. И вообще, давайте сюда поедем. Или сюда, или давайте снова на башню плата. Мне здесь нравится. Из всей серии Готики имеет смысл играть в три игры. Первая и вторая, если прям хочешь копнуть до 2001 года аж. Или уж более современный Risen. У первой Готики в следующем году будет ремейк, у Risen ремастер. Ну, кстати, да, Risen. На Switch тоже обещали. Можно ли игру «Приключения Линка» назвать ремейком «Старой Зельды» на Денди? Нет. Если ты, которая Zelda 2 Adventures of Link, это вообще... Нет, не ремастер, не ремейк, ничего. Arceus лучшая игра по покемонам. Ну, я могу согласиться даже с этим. Просто это спин-офф, и из-за этого, ну, поскольку нет многих покемоновских механик, да, поэтому... Хорошая, но тем не менее. С наступающим. Счастливого Нового Года, да. Первая, вторая Готика крутые, но мне третья тоже понравилась, как бы многие ее не хейтили за забагованность. Ну, это да. Как же Марио с самолетиком на геймбой? Paper Mario? Не. Фу. Сколько у тебя Nintendo Switch в наличии? 4, по-моему, или 5? Подожди, сейчас надо посчитать. 5 свечей мне. То, что он спин-офф-то формальность, для меня Arceus это мейнлайн, потому что он лучше многих мейнлайнов. Ну, тут можно согласиться, но опять же, где мои PvP-бои? PvP-бои, Карл. Это же важно. То есть хочется... В покемонах всегда PvP тащило, в принципе, ради этого все играли. Но в Arceus, конечно, да, закинули нормальный сингл. Хотя в Scarlet тоже сингл уже такой прям. Он и сложный в меру, хотя перекачаться можно, но это хорошо, что можно перекачаться. Я считаю, это в плюс только. Сколько лет Nintendo Switch в наличии? Ну, как она вышла вот в день выхода? Она мне с тех пор в наличии. Смотрю стрим 2022 на 2023. Забавно. А Cypher еще донат. На 3DS есть Donkey Kong Country Returns. Один из лучших платформеров, на мой взгляд. Мне зашел даже больше, чем Tropical Freeze. Горячо рекомендую. Спасибо, Cypher. Но, на самом деле, это порт с Wii. И, в принципе, да, он клево. Он клевая игра. И мне гораздо больше, чем Tropical Freeze нравится. Я тут полностью согласен. Но есть одна проблема. Он на Switch работает в 30 FPS. А на Wii он работает в 60. И я, кстати, из-за этого я думал, что когда портировали Yoshi's Woolly World с Wii U на Switch, он будет либо без 3D, либо в 30. Но он и с 3D, и в 60. А Donkey Kong Tropical Freeze, он в 30 и с 3D, да. Но, в принципе, да, я согласен, что он лучше, интереснее, чем этот самый, чем Tropical Freeze. Но, к сожалению... Он этот самый, только в 30 FPS. Ну просто там иногда реально хочется вот, ну, плавности, и иногда ее не хватает действительно. Поэтому с этим проблема. Купил наконец Switch OLED, хочу пройти Зельду. Сначала купил себе Luigi's Mansion 3, прикольно. С тех пор, как Дэнет стоял в очереди на Игромире. Не, на каком на Игромире? На этом самом, это был не Игромир. Это был именно старт продаж Nintendo Switch в Амбер Плаза на Новослободской в Москве. Я помню, стоял в очереди за кластером.
Вчера наткнулся на видео парня, который говорит, что New Super Mario Bros. Одинаковый из-за того, что локации идут в одинаковом порядке, типа Грибное Королевство, Пустыня, Морской и т.д. Странно жаловаться на задники. Не, ну тема уровня это, конечно, важно, но с другой стороны, блин, так это тогда про кучу игр, можно так сказать, где, ну, допустим, там новые части выходят, а локации идут в одинаковом порядке. Даже если посмотреть, там, God of War 2018 года, локации идут, ну, более-менее в одинаковом порядке. Сначала ты у себя дома, потом ты приходишь к этой, к Фрее, потом ты этот самый идешь в, там, куда ты идешь, в каком порядке, там, Свартальхейм, Йотунхейм... Нет, Йотунхейм потом, Хильхейм, Йотунхейм. Ну, короче, ладно, немножко другой порядок, но в целом очень похож. Я буду праздновать, но у меня еще рано, у меня еще 8 нет. Но я сейчас пойду уже к семье, да, так что сейчас буду заканчивать. Сейчас поздравлю, 8 стукнет, я поздравлю всех, у кого уже случился Новый год. Ну, у кого не случился, тех уже, к сожалению, не смогу сегодня поздравить. Но я говорю, я сегодня просто хотел стрим запустить, потому что вчера из-за технических проблем получалось, что я нормально и вас не поздравил, и нормально как-то даже до свидания не сказал, поэтому вот. Я не про Paper Mario, про старый геймбой, где Марио летит на самолете. Да, я понял, это тогда Super Mario Land, по-моему, вторая или первая, я не помню, какая из них, где на самолете он летит. Да. Это, по-моему, не Power Up, это отдельные уровни с самолетами, нет? Но, честно говоря, вот этот Super Mario Land, который оригинальный на геймбое, он мне не заходил. Ну, то есть он воспринимался как какой-то китайский Марио. Там еще музыка вот эта надоедливая. Она вроде прикольная. Там вот, как же она, вот эта музыка-то? Ну, она есть еще в Super Mario Maker. Что-то она мне из головы вылетела, как только хотел ее напеть. Ну, и вот она как-то постоянно повторяется. И я такой, блин, думаю, завтра будет стрим, да, люди просят. От Оли Гладышевой, спасибо. Денис, поздравляю тебя и твою семью с наступающим Новым годом. Желаю новых классных игр, здоровья и позитива, несмотря ни на что. Спасибо за стрим и все, что ты делаешь. Спасибо за донат, за то, что вы у меня такая замечательная публика. На 3DS Returns 30 FPS, но на Wii надо без конца вимод мотать. Это да, там это, чтобы... Ребенку, кстати, понравилось. Я говорю, давай поиграем. Он это, он вообще с удовольствием вот это, что еще обезьяна бьет это, ну, по земле, он прям вообще кайфовал. Но в целом, да. Mario Rabbids Sparks of Hope, да, мне не очень, это прям как ухудшение. Как думаешь, взять Switch Lite на работе играть? Дома обычная вторая ревизия, его не хочется с собой брать. Ты понимаешь, можно, но с переносом синхронизации сохраненных будет проблема. Во-первых, тебе придется этот лайт ставить основной консолью, иначе он у тебя без интернета не будет работать, да? Это первое. Во-вторых, тебе придется... Ну, с Animal Crossing ты не сможешь уже. То есть это переносить постоянно туда-сюда не получится. Разве что ты только на лайте оставишь его. То есть какие-то игры будут нормально работать, но просто если у тебя дома играет там кто-то по другим аккаунтам, то это сразу будет, короче, неудобно. Так, сейчас уже. В классе есть группа людей, которые говорят, что Xbox и Nintendo ничтожество по сравнению с PlayStation. Когда спрашиваю, почему, говорят, Nintendo ничего не тянет. А Xbox тогда почему? Просто логика, да? Ну хорошо, допустим, ладно. Switch ничего не тянет, окей, а Xbox? Он все тянет. С наступающим. Так. Зайчи ушки из Mario Land. Подожди, зайчи? Я не помню. Я помню, лягушка была в третьем Super Mario Bros. А зайчик я не помню, где был. Может быть, действительно был в этом. У меня был обычный Switch Lite, потом все продал с коллекции игр на 100к рублей. Ничего себе, в конечном итоге пришел... Ты так и продал за 100к рублей? К прошитому Switch'у, чтобы играть в локализованные игры. Прошел SMT5 недавно с полной локализовкой. А, у нее же полностью перевели, прикольно. Меня, короче, в Shin Megami Tensei, в любой... Кроме персон, именно в Shin Megami Tensei, меня бесит, что разговоры с демонами — это какой-то жуткий рандом. То есть ты такой думаешь, ну ладно. Ну вот в персоне, помимо того, что там еще и подсказывают, ну до того даже как-то тебе начали прямо впрямую подсказывать, там как-то понятно. Ну в пятой персоне, в четвертой же нету. В третью я не играл. Разговоры с демонами. А вот в Shin Megami Tensei вообще не понимаешь, что ему ответить. Что он хочет услышать. Вот мне не нравится, честно говоря, из-за этого вот, разговоры с демонами. А это, ну, как бы очень важная механика игры. То есть мне в этом смысле, конечно, ловить покемонов гораздо больше нравится. Наложил какой-нибудь на него этот, как его, паралич. И, ну вот. Дешевле продал, конечно, но покупал. А, ну да.
Ну, просто вот по поводу, да, Xbox все тянет, что это серия, но если они считают, что, ну, допустим, если там люди говорят, что Nintendo и Xbox, это там что-то там отстой какой-то, да? Вот, Nintendo отстой, потому что ничего не тянет. Хорошо, но Xbox-то тянет. Ну, то есть, как бы, почему тогда они оба отстоят одновременно? Это как-то странно. У меня норм болтовня получилась в SMT5, полнолуние имба. А, вот как. Я не знаю, я так что-то и не могу к этому привыкнуть, честно говоря. То есть, во-первых, мне, в принципе, не очень нравится сама идея, скажи то, что тебя хотят услышать, да? То есть в этом смысле диалоги в Обливионе или в Deus Ex, на мой взгляд, гораздо интереснее. Вон, да даже в Ведьмаке интереснее. Ну, в Ведьмаке просто это не сильно прям такая механика, а там да. Вот. Что за тема сейчас? Где тема, в смысле? А, все. Смотрите, уже 8 вечера. Поздравляю с Новым годом тех, кто... у кого уже Новый год... Что-то я хотел пожелать. Хороших нам игр всем, доступных, с русским переводом, желательно. И чтобы все быстро приезжало к нам, да? Я думаю, вот что. Вот что главное сейчас нам на Switch. И чтобы все вышло, что обещали, это главное, чтобы вот эти игры... И даже не только, чтобы вышло, что обещали, но и чтобы вышло то, что еще не обещали. Потому что, как вот сказали, да, на апрель, получается, действительно ничего нет. Да и по одной игре на месяц тоже маловато, это же Nintendo, мы же больше берем. Вот так что всем с наступающим Новым годом, кому еще Новый год не пришел. Всех с Новым годом, кому Новый год пришел. Завтра будет стрим, поздравлю тоже уже, типа, точно всех, кому пришел. И не расходитесь тогда, ну, в смысле, сейчас расходитесь, завтра, имею в виду. Не забывайте, смотрите мой канал, и на летсплей канале тоже будет инфа. Ну, сейчас вот для спонсоров уже в раннем доступе выложил, ну, с понедельника, как бы. Ну, это не рабочие дни, ну, вот по понедельник, вторник, среда, четверг, пятница будет летсплей канале все выходить. Чё линк свистит, это я случайно нажал вызов лошади. Так что... Спасибо вам, что вы меня смотрите, спасибо, что поддерживаете мой канал, в том числе материально, но и не только, и просмотрами поддерживаете, обязательно продолжайте, по крайней мере, просмотрами поддерживать мой канал, я вам всем очень благодарен, до встречи в новом году, с вами был Денис Мейджор, пока!